Все, готово. Ретрансляции запущены. Вроде все хорошо. Вебка подключена. Начинаем третью миссию. Называется миссия «Гробница Саргероса». Через несколько минут отряд майев вошел в гробницу Саргероса и приготовился отражать атаки врагов. Мы сюда забежали за Илиданом, но выйдем отсюда со сферкой. Соберем все 10 частей. Одна из самых проработанных миссий. Не торопятся они особо. Госпожа, у меня плохое предчувствие. Так. Здесь слишком тихо. Мне кажется, мы идем прямиком в ловушку. Это не важно, Наиша. Если Илидану удастся найти то, что он ищет... Постой-ка. А? Смотри. Что? Кто? А-а-а, флешбеки. Привет, Странно. Это орочьи руны. Они были начертаны рукой Гул'дана 20 лет назад, когда он впервые открыл гробницу. И о чем они говорят? Очевидно, он записал историю своих странствий по гробнице. Вот он. Гул'дан. Быстрее, глупцы! Рассредоточьтесь и найдите главный проход! Мы должны войти в зал Ока до того, как проснутся стражи гробницы! Безвольные трусы! Я сказал, шевелитесь! Это нелогичное действие. Саргерос, если они побежали, одного убили. Теперь все, что осталось от твоей силы, станет моим. И остальные... Я повергну этот жалкий мир на колени. Должны дальше убегать. Они возвращаться. Никто не знает, что за силу Гул'дан и его приспешники пробудили в этом проклятом месте. Нам следует быть осторожнее. Угу. Всем привет, друзья. Т-600. Здравствуй. Самое время. Гул'дан где-то здесь. Слушайте, ну... будут так, найдите Илидана, Мэйв должна выжить. Самое время. У нас есть амулет энергии, что-то еще. Я уже заждалась. Самое сложное в этой миссии — найти все части амулета. Точнее, я сферы. Начатое. Это самое сложное. Опять неупокоенные орки. Гул'дан привел их прямо в объятия смерти. Неудивительно, что они до сих пор горят жаждой мести. Я горю. Нам здесь выдадут 5-й уровень. И я думал, с этим 5-м уровнем все-таки взять 3-й блинк, короче. Мы будем очень часто на этой карте пользоваться прыжком, скачком. Близится финал. Я уже заждалась. Приказ поняла. Я завершу начатое. Так, пропустите, пожалуйста, вперед. Виновные будут наказаны. Добрый вечер. А ютубчик будет? Ютубчик должен уже идти. Но он почему-то у меня не стартует никогда с первого раза. Рестартанул. Я надеюсь, уже заждалась. Самое время. Так, а это что у нас такое? Мы впустую правила светит всем. Привет, Санфиш. Пуфам мы сегодня, скорее, не сможем с вами поиграть, потому что времени мало. Я... Не хватает Итак... места. Илидан где-то здесь. Близится финал. Самое время. Я и так опоздал сегодня. Я уже заждалась. Прошу прощения за это, потому что... Близится финал. Ну, накинули мне... Виновные будут наказаны. Работа еще. Самое время. Так, а тут мы, по сути, ничего не взяли. Это как? А, мы должны с вами еще внимательно следить Виновные за всякими деревьями. Приказ поняла. Близится да, вот финал. Используйте скачок, чтобы преодолевать препятствия. Самое время. Инта. Раз. Плюс два. Мы впустую Можно, кстати, посчитать, время. Сколько характеристик мы на этом уровне поднимем. Ну, разными способами. Я при помощи заждалась. Предметов, при помощи уровня, при помощи книг. Самое время. Пока что плюс два. Поторопись. Нифига себе, демоны Близится какие здесь здоровые. Финал. Назад, смертные! Никто не смеет. Блин, и моноберны залетают. Саргероса. В первую очередь. Причем собакен кастует. А вот этот властитель, он вообще не алё. Оп! Мантия интеллекта, места. Я думал. Не, мантию мы не будем брать, конечно же, это. Самое время.
И вот очень странно, что себя эти демоны так ведут. То есть у него есть Stomp, у него есть Cripple, у него есть Rain of Fire. И он этим не пользуется. Причем раньше пользовались. Мана-то у него есть. Добрый вечер, Пинсер Хэнс. Здравствуйте. Я уже заждалась. Виновные будут. Орионыч, здравствуй. Так, заходим. Я завершу. Карта очень проработанная, на самом деле, с точки зрения этих секреток, по крайней мере. Ну, вот первая впереди, видите? То есть очевидно, что здесь сюда можно добраться. Но покрутившись вокруг, ты понимаешь, что у тебя нет обзора. Ты не видишь, куда тебе прыгать. Близится финал. Ну, койл. Будет койл еще один. Нет? Финал. Самое время. Видимо, пока я не про такую. Финал. Ай. Хотел обмануть в результате. Я завершу. Просто начатый. Потратил блинк. Опачки, властитель преисподней. Вот это уже посерьезнее, товарищ. Здоровый такой. А может все-таки, да, давайте разнообразие ради я сделаю третьи ножи. Потому что я в прошлый раз играл через блинк и через какое-то время пожалел об этом. Что потерял много урона. Самое время. Близится финал. Ману я сильно сэкономлю, а вот... Ну хотя убегать отсюда с третьим блинком вообще одно удовольствие. Мы впустую тратим время. Вот, и сюда я блинкануться не могу. Просто потому что не вижу. Сову повесить некуда, поэтому, чтобы добраться самое наверх, время. Нужно будет... О, книга, медицинский близится трактат, плюс 50 финал. Здоровья. Виновные будут наказаны. Самое время. Виновные будут несмотря на то, что наказаны. Эту миссию проходил, я могу пропустить я что-нибудь. Я завершу начатое. Мы впустую тратим время. Не хочу подставляться под моноберн, правосудие пусть лучше коты вершит. Сами справятся с этим холхаундом. Я поплелась отомстить. Так-то у него не у кого ману выжигать. Я уже заждалась. А опыт мы все равно получаем. Я завершу начатое. То же самое с этим делаем. Я уже потом я задолбаюсь восстанавливать эту ману. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. А может мне на этом уровне здесь дадут пару левелов? Близится финал. Ну хотя на следующем уровне-то надо все равно ультимейт прожимать, правильно? Да, дилемма. Или дан где-то здесь. Ладно, все равно ножи возьмем. Тратим время. Пора продолжить работу. А, я отсюда могу запрыгнуть, потому что коты уже повыше, видите? Все, давайте пройдем. Самое время. Близится финал. Пора. Надо было добежать до следующего. Правосудие свершится. Али. Ладно. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Сейчас подрегенимся немножко. Регенерация маны, руны исцеления. Пора продолжить охоту. Для того, чтобы эффективнее эти штуки работали, лучше выкидывать предметы, которые добавляют маны. Где-то здесь. И то же самое виновные надо было выкидывать амулет жизненной силы для того, чтобы восстановился получше. Начатое. Близится финал. Самое время. Вот, и отсюда мы уже допрыгиваем до первого осколка теней. Один из самых классных артефактов. Пора продолжить охоту. Мы фактически это когти плюс 12, время. Кольцо защиты плюс... Поторопись. Плюс 3. И кольцо регенерации жизни в одном артефакте. Самое время. Прыгаем. Близится финал. Это осколок сферы теней, принадлежавший Гул'дану. Да, но вместо чего его видимо, ставить? Видимо, она разбилась случайно. Отыскав недостающие осколки, мы могли бы восстановить сферу и воспользоваться ее вариантов силой. Вариантов не так много. Посох отрицанию и камень маны. Ладно, давай камень маны. Виновные будут наказаны. Сфера теней пока что дает плюс единичку урона. Но там 10, вы помните, уровней этой сферы. Близится финал. Что за черные индикаторы ХП, опять баги? Я завершу. Нет, почему? Здесь добавилось больше цветов. Мы впустую и... тратим время. Наверное, можно поставить стандартные цвета как-то.
Иллидан где-то здесь. Мы впустую тратим время. Должен был проверить, просто должен был. Поторопись. Так, на первом, на пятом уровне. Да, тут эти кулдаун, блинка. Мы впустую тратим время. Может быть, я и ошибся. Самое время. Правосудие свершится. Так, продолжаем. Виновные будут и помнить наказаны. Надо про то, что у нас есть ручной вот этот вот диспул, который... Мы впустую тратим время. Близится который позволяет финал. Снимать заклинания. Самое время. Я уже заждалась. За стражей! Кстати, не меняются цвета. Ну, это явно из-за того, что они черные. Можно попробовать в настройках. Это у нас игра по цвету команды. Вот, вот это, наверное, надо убрать галочку. Тогда они будут красные. Иллидан да. где-то здесь. Это вопрос настройки все-таки. Близится финал. Я слышу голоса наших бойцов. Так. Они доносятся с той стороны завала. Если мы уничтожим его, они сумеют пробраться внутрь и помогут нам в охоте на Иллидана. Близится финал. Так, медведи присоединяются к нашей армии. Где-то здесь. Тут через блинк, через руну она как бы подсказывает, свершится. Что сюда можно добраться. Мы берем второй осколок. Уже два единицы, две единицы урона. Два из десяти. Соберите осколки сферы теней. Я завершу начатое. Да можно поставить всем зеленый, не подсветка команды. Пора продолжить охоту. Да. Я уже заждалась. Спасибо. Я завершу начатое. Так, медведи мастера. Так что они могут и форму принять, и реджув прокинуть. А вот сюда, я кажется, не могу пропрыгнуть. Да? Да, никак. Я завершу начатое. Я завершу. Открывается проход. Виновные ага. будут наказаны. И он нас типа возвращает назад. Кажется, основной путь ведет именно вот сюда. Поэтому давайте вернемся. Я уже заждалась. Вернемся и посмотрим, что нас там ждет. Близится финал. Что на карте по-хорошему не должно быть вообще самое темных время. Пятен. Ага. Мы впустую тратим время. Укажи мне путь. Пора продолжить охоту. Приказ принял. Прыгаем. А, еще один осколок, видите, руна маны. Кольцо защиты плюс 2. Все-таки артефакт так себе что. Поэтому не будем. Я завершу начатое. Так, третья сфера. Плюс 3 к урону. Пока что без дополнительных каких-либо эффектов. Иллидан где-то здесь. Побежали. Мне, кстати, вернули деньги, говорит Соули. Сегодня через мобилку на сайте я оформил возврат. Да, они автоматизировали процесс возврата средств. В Warcraft сейчас на Метакритике самая плохая игра, по мнению пользователей. Я завершу начатое. Да, мочат нашим. Близится финал. Эх, я уже ну ничего. Видимо, так надо. Виновные будут чайник полетел. У нас мало времени. Не буди во мне. Реджив работает. Самое время. Кажется, отсюда можно будет еще влево запрыгнуть. Я уже заждалась. Да. Опять же, видите, рунка недвусмысленно наказаны. Показывает, куда тебе, если что, надо правосудие прыгать. Свершится. Но здесь будут осколки, которые... Ну, по крайней мере, один осколок, который реально сложно найти. Эти пока все очевидны. Интересно, что у этого орка? Если у него есть мана, но он ничего не кастует ни на своих, ни на чужих. Поторопись. Так, четвертая сфера уже добавляет единичку к броне. 4 к урону, единичка к броне. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Я завершу начатое. Так. Близится финал. Что, без Ютуба? Да я его стартовал, он должен был быть. Дважды его стартовал. Какого черта? Снова сделал рестарт. И в следующей миссии ты в прошлый раз не нашел панду. А ее не было просто. Харконнен. Мы же уже самое проходили время. Этот вопрос. Я уже заждалась. Панды не было. Близится финал.
Я завершу начатое. По воздуху сфера разве бьет? Но любой робэффект должен работать по воздуху. То есть я не знаю. Снова. Хотя маска смерти не работает. Интересно. Это продолжение истории должна. Чернокнижника. Смотрим. Треклятые полоумные слабаки. Наверное, их всех уже убили. Все равно мне нужно идти дальше. Моих сил должно хватить, чтобы... Что за смех? Это ты, Саргерас? Ну. Ты насмехаешься надо мной? Это Кай. Посмотрим, кто будет смеяться, когда я заберу у тебя твое пылающее око. Кого за мышку там посадили? Он снова упоминает загадочное око. Что это может быть? Узнаем. Несомненно, могущественный артефакт. Если он так привлекал Гул'дана, должно быть, его сила очень велика. Такие нервные движения были. Самое время. Так, здесь закрытые ворота, видите? Они меня долго смущали. Ну, явно помещение, явно вход. Только с этой стороны закрытые ворота. Я думал, ну как так? Ну где же ключ? Где же там рубильник какой-то или еще что-то? Кстати, здесь аналогичные темы. Я уже заждалась. Но вот эта дверь откроется уже ближе к концу, когда будем бежать. Близится финал. Ё-моё. Мы впустую тратим время. Ну, это тоже Страж Смерти. А, нет, он вот стомпает, хорошо. Это получше уже. Виновные будут наказаны. Хотя бы что-то делает. Самое время. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Ну, с третьими ножами одно удовольствие проходить, потому что 190 урона. 190. Самое время. Так, еще один интеллект. Это третий. Руна маны. Так, тут не пройти. Какое-то место интересное. Я завершу начатое. Ну, вроде нет. Самое время. Дальше будут фокусы с деревьями. То есть будут места, куда, которые ты не видишь, но если кинуть... Это статуя Асшары, великой королевы древних времен. Именно она погубила наш народ, связавшись с Аргеросом и его пылающим легионом. Только я не припоминаю, чтобы у нее был хвост. Угу. Она больше похожа на Нагу, чем на одну из нас. С чего бы этим гадам поклоняться нашей королеве? Не где медведи забыл? Медведь минус? Кровь стынет в жилах. Что? А, нет, фух. Съела, просто там деволф есть у гидры. Я думал, нифига себе, как я медведя-то потерял. Медведь нельзя терять. Просто взял и исчез. Бензе нет, на карте нет. Как так? Не надо так. Так, руны исцеления. Можно было не кидать триджуф на котов. Поехали. Вот, и сюда можно запрыгнуть, сюда наверняка, наверх подняться можно тоже. Вариант ловкости. Уже три инты, единичка ловкости. Без учета пока что артефакт. Давайте. Охота начинается. Мы впустую тратим время. Начинается. Черепаха здоровая. 2000 хп. Виновные будут наказаны. Ну, ее надо будет выманить. Я уже а, о, выманил, прикольно. Хорошо тут с запасом у тебя всего. Так, мощные руны маны. Давай-ка так. Я завершу начатое. Собираем ману. Я уже заждалась. Раскидываем реджувы. Пути. Конечно. Близится финал. И поехали на здоровую черепаху. Ой. Самое время. Работаем. Сейчас будет опять сжирать. Сожрала. Кота. Ну, нас много.
Крипаху довольно быстро. Руна возрождения. Прекрасно. И жизнь, и мана. И здесь тоже мана. Все здоровые. С полным запасом. Так, сюда поднимаемся и дальше можем попрыгать. Потому что появится обзор. Я завершу начатое. Пора продолжить охоту. Он сразу, рунка подсвечивает тебе. За стражей. Куда можно. Мы впустую тратим время. Я вся внимание. Медведи, кое-как. Просто кое-как. Стою на страже. Добираются. Добрый вечер, поклон. Кстати, завтра будет уже первый турнир. Чизкап по Рефорджеду. А, он начинается, кажется, в 19:00. Поторопись. Есть новость на главной странице, есть турнир в разделе турниров. Там, кстати, о, а тут осколок просто халявный. 5 крон и 1 к броне. Половину осколков уже под шумок собрали. Или Дан где-то здесь. Так, самое дальше время. Вот на эту штуку надо повесить сову. Конечно. И тогда мы сможем еще вот сюда запрыгнуть. Еще один осколок. Мы впустую тратим время. 6 урона и броня. Близится финал. Или Дан где-то здесь. Не буди во мне зверя. Виновные будут наказаны. За стражей. Лучше, конечно, танковать. Я завершу начало. Не арчами и не хантрессами. Твой ход. Мы впустую тратим время. У нас есть два медведя, прекрасно. А я лезу вперед, непонятно зачем. Ай-яй-яй, минус Аршо сейчас будет. Беги, родная. Так, возрождение можно взять. Хорошо. Книта, привет. Так, 6-1. Еще одно дерево, которое чуть не пропустил опять. Будет. Но там, кажется, не будет ничего интересного. То есть там... Или Дан где-то здесь. Там парочка черепах. Да, есть время. Рунка. Я завершу начатое. Но в целом... А, нет, осколок. Правосудие свершится. Все, 2 единицы к броне и 7 к урону. Пора продолжить охоту. Осталось 3 кусочка. Правосудие свершится. За стражей. Кажется, здесь будет еще какой-то артефакт. Ашал Тарадас. Поторопись. Включи YouTube. Да я не знаю, почему не включается. Стартует, он не стартует. Все вроде правильно. Сейчас напишу нашему. Я не уверен, что Эльдар на связи. Ледокол. Ильдар. Рестрим не стартует. Ключ верный. Ни на YouTube, ни на Twitch. Окей, донес информацию. Так. Каменный талисман. Вот как раз об этом артефакте я и говорил, что он не очень. Я уже заждалась. Поехали. Близится финал. Опять врывается вперед, мне непонятно кто. Стражи готовы. Медведи здоровые. Или Дан где-то здесь. У Варден как раз проблем нет. Она врывается через блинк. И все. Ну вот остальные, типа вот медведи, у него трабл. Учитывая, что здесь руна маны, надо потратить эту самую ману медведями. Хотя мощная руна исцеления здесь имелась. Нам рассказывают про то, что можно через скачок на ту сторону запрыгнуть. Для начала надо осмотреться. Руна исцеления. Вот вообще с запасом. Виновные будут наказаны. Да, мостик самое появился. Время. О, звук такой, как это, как ворота закрываются в батлнете.
Такой же абсолютно. Только без последней части. Без удара непосредственно створок ворот друг о дружку. Правосудие свершится. Да, Харконнен, эта фича есть. В бета-тесте ты можешь зайти в свой профиль бета и включить ее уже сейчас. Мощная руна маны, тоже ее надо было использовать финал. Только после того, уже в пути. Как мишки откидали бы в Сериджу. У нас мало времени. Пора продолжить охоту. Опа. Кажется, с Нагой мы встречаемся, да? Да. Маленькая тюремщица. Ты зашла слишком далеко. Спасибо, Ледоколыч. Рестрим должен появиться. Ваше хваленое правосудие здесь не в цене. Что ты, ползучая ведьма, можешь знать о нас и нашем правосудии? Ну, дорогая моя, когда-то все наги были эльфами. Мы, высокорожденные, избранники Асшары, были изгнаны в холодные морские глубины после гибели Источника Вечности. Так, кстати, почему у нее этого уши не обычные, а не эльфийские? Проклятые, изуродованные. 10 тысячелетий мы ждали момента, чтобы вернуть подобающее нам место в этом мире. И мы сделаем это с помощью владыки Иллидана. Только через мой труп. Твоя смелость достойна уважения, но пользы от нее не будет. И поплыла такая. И сама, кажется, не будет здесь принимать участие в сражении. Помним про то, что есть. Ой, какой эффект странный. От диспола видели только что был? Руна маны. Я беру руну маны, потому что медведи полупустые. Самое время. Так, где я что мог? Ну, тут вряд ли. Это основной проход. Здесь маловероятно, да, что будет такой коридор, как будто... Но я не припомню, что сюда можно было бы запрыгнуть. Близится финал. Там специально еще камнями завалено все. Близится финал. Виновные будут наказаны. Конечно. Уже в пути. Мы впустую тратим время. Так, превращаемся. Близится маны не хватает на превращение. Так, Нага гвардеец. Помним, что дрядки у нас умеют диспелить. Пока даже отключу автокаст. Нага гвардеец жесткий. Ну, смотрите. Всю... У него там и поточечный, по одной цели есть урон, и волна по всем, и вызов как архмаговский элементали. И к нам присоединятся наши товарищи. Ладно, подожди, давай сначала товарищи присоединим, тут действительно тупичок. Идти надо на юг. Так, парочка талонцев присоединились. Но нужно, конечно, на север сначала сходить, потому что там явно тупичок. Самое время. И там, кажется, будет еще один осколок. Правосудие свершится. А сколько пока не вижу, но вижу руны. За стражей. Я уже заждалась. Во имя правосудия. Близится финал. Да, осколок есть, 8. Уже 2 единицы брони и 8 уроном. Виновные будут наказаны. Ладно, давай убьем сорта. Не помню просто, что из нее выпадает, а вдруг что-нибудь ценное. Стримки на YouTube неверно, скорее всего, автозаполнение хром заполнить себе. Я перепроверил его. А, я его стартанул с другого брата. То есть я попытался сначала с нормальным. Сейчас, короче, прожму.
Он все равно не стартовал, правильно. Или Дан где-то здесь. По какой-то причине. Во имя правосудия. Я уже начал подгорать. Поторопись. Я завершу начатое. Можно было приманить этого змея. Правосудие свершится. Самое время. Конечно. Так, осталось всего лишь два кусочка. Два сколько собрать, близится и будет у нас финал. Артефакт не полный. Не буди во мне, зверя. Или Дан где-то здесь. Виновные будут наказаны. Поехали. Я уже Диспаун. Самое... Диспаун. Циклонят. Я завершу, ну ничего, и дрядки помогают им. И массовый диспол есть. Я уже заждалась. Выше пятого уровня мы, к сожалению, я завершу, не поднимемся. Начатое. Близится финал. Опасные твари. Урон высокий. И они как дриады травят. Руны исцеления. Хорошо. Так, я не пропустил там ничего. Только руны исцеления. Самое время. Это терпимо вполне. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. За стражей. Понеслась. Что произошло? Я завершу ночь. Что случилось в наших лесах? Больно бьют. Я оставляю слишком много следов. Хорошо, хоть урон распределили. Я уже виновные будут. Руны исцеления, но придется, видимо, сейчас еще пориджувить. Это медведь финал. Битый, второй битый и хантреска битая. Конечно. Едем дальше. Будут наказаны. Так, я знакомое место. Госпожа, смотрите. Снова руны Гул'дана. Да. Похоже, он писал в торопях. Здесь говорится... Попал в засаду. Стражи, я умираю. Если бы слуги не оставили меня, я бы смог заполучить око, и тогда... Будь ты проклят, Саргерас. Меня не так-то легко победить. Я Гул'дан, воплощение мрака. Все не может кончиться вот так. Дальше руны обрываются. Не могу даже вообразить, с чем столкнулся Гул'дан в последние мгновения жизни. Я с трудом припоминаю, какой голос был у Гул'дана в оригинале, потому что... Самое с трудом. Время. Виновные будут вот, наказаны. Поэтому... Я завершу, не помню, каким он должен был быть. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Так, вижу, там руны лечения. Вижу, впереди народу что-то очень много. Близится финал. Все сюда-сюда, можно попробовать запрыгнуть. Я завершу начатое. Кажется, мне как раз туда и надо. Близится финал. Не уверен, что... Я уже заждалась. А как я увидел? Я вся внимание. Вот. Ухожу. Отсюда, что ли? Воистину. Отсюда. Слушаю. Близится финал. Это раз, потом два. А, это человек озвучил Гул'дана в Вове. Понятно. Неизвестный поддержал ваш канал. Нормально. На 100 рублей. А чё не подписался, неизвестный? Так, вот у нас колок. 9 к урону, 2 единицы к броне. А, там не 12, а 10 к урону. Но все равно, последний эффект от 10-го осколка самый жесткий, потому что он дает и броню, единичку, и урон, и эффект от регенерации. Ё-моё, как же вас тут много. Я вся внимание. Близится финал. Стою на страже.
совершу наш. Поторопись. И Майя. А чё так больно-то? Виновные будут знать, что страшно. Ближе к финалу. Я вся. В общем, Майя потеряет. Виновные будут наказаны. Всё такое красное. А можно подлечиться? Даже я рунку не дали начатое. При этом. За этими воротами слышен какой-то шепот. Должно быть, это Иллидан. Иллидан. Со своими приспешниками. Ну, так не хочется, если честно, туда лезть. Близится финал. Так, а я точно все осколки? Там же наверху еще. Да ладно, я что-то где-то Итак, не нашел. Итак, моя тюремщица, ты наконец-то добралась сюда. Черт. Я знал, что у тебя все получится. Нет. Ты заплатишь за все, Иллидан. Я пропустил довольно большую часть. Я заберу тебя обратно в темницу. Наивность тебе не к лицу. Получив силу черепа Гул'дана, я унаследовал его воспоминания. В частности, и те, что касаются этого места, а также трофея, который он так жаждал добыть. Сила Саргераса. Ты хочешь заполучить ее? Подобного мне не достичь никогда, маленькая тюремщица. Но это... Как он ходит, а? Око Саргераса. Содержит в себе силу, которой хватит, чтобы раз и навсегда избавить этот несчастный мир от моих врагов. Ирония судьбы заключается в том, что его первой жертвой станешь ты. Ты сошел с ума. Возможно. 10 000 лет в заточении могут поколебать самый крепкий рассудок. Так что мое желание отомстить тебе вполне справедливо. Да сейчас, по идее, должен убегать тупо. Проклятие. Я должна вернуться к Шандому Фриону и рассказать ему о предательстве брата. У меня достаточно сил, чтобы уйти отсюда. Но, боюсь, вам не спастись. Идите, госпожа. Богиня укажет нам путь в лучший мир. Я никогда не забуду вас, сестры. Клянусь, Иллидан дорого заплатит за вашу гибель. Нужно выбираться отсюда. Жалко. Пока эта проклятая гробница не ушла под воду. Найден осколков 9 из 8. Вот сюда я еще всему не зашел. Вон, сюда, туда, туда. Вот сюда вот еще надо. Че, понятно. Попробуем с контрольной точки загрузиться. Тем более, тут автосейвы есть. Жалко. Просто я с непрокачанным блинком не успею туда и туда. Там запас где-то, если все нормально будешь делать, около минуты у тебя. Если вот прям целенаправленно бежать с третьим блинком. Виновные будут наказаны. Нормально все. Я завершу начатое. Нет! Что ты? Почему? Нет, я же даже от... Ладно, лот пораньше. Видели, да? Я отошел, а они все равно зашли. Так, берем чуть пораньше. Там этих сейвов с полдюжины в рамках текущей миссии. Пожалуйста. Так, хорошо, это мы посмотрели. А если сейчас всех... Нет, я не смогу всех отправить. Самое время. Близится финал. Ну, тут так, тут так. Там наверх. Можно еще сюда пройти. Я там тоже не был. Я завершу начатое. Вот он, осколок. Тра-та-та-та. Виновные будут наказаны. Я перепутал с миссией, где мы, помните, с Tower Defense, с компанией Альянса. Самое я время. С этой миссией перепутал. Ждал пещерки, там, телепорта наверх, но это не та миссия. Близится финал. Самое время. Это успеешь ее взять. Близится да нет. Финал. Она не здесь. Она внизу. Во имя правосудия. Руна леса. Виновные будут это наказаны. Поддержка на случай, если там близится насливал. Близится финал.
всего. Вот тебе, пожалуйста, фурбалк-воитель. Со стомпом совсем. Вот, мне вообще сюда. Финал. Вот. Виновные будут наказаны. Вообще успел бы. Я на самом деле успел. Все. Последний осколок сферы теней. Последний. Артефакт Гул'дана послужит нам. Послужит. И мы заполучим то, что не досталось чернокнижнику. Отлично. Так, фурбалк, вперед. Я уже сождалась. Поехали, работаем. Ну, ё-моё, я же попросил работать, ну. Фурболгом, конечно, значительно проще. У него и урон, он и танк, он вообще молодец. Все, сверка 10, 3 и реген. Класс. Я завершу, ну как я мог так... Причем здесь есть места такие... Должно быть, это Иллидан. Неисследованные, как будто здесь тоже что-то есть. О, может и есть. Может и есть. Ладно, поехали. Сейчас нужно по-быстрому вернуться. Там, где можно срезать блинком. Я уже заждалась. Я уже заждалась. Здесь можно, но пока у меня откатится, я завершу, быстрее пешкарусом дойду. Близится финал. Самое что время. Вы делаете? Я завершу. Ё-моё. Да, ну бросьте, не надо. Виновные будут наказаны. У меня есть сомнения, что я пробегу. О, руны исцеления. Правда, прокликал мимо. Я бы еще зашел вот сюда, вот, видите, там тоже открылась штука. Так, а где срезать могу? Могу ли я здесь срезать? Мне вот любопытство распирает. Вот, например, вот сюда, типа, раз. Виновные будут наказаны. Ангра, подчеркиваю, Йел переподписан 20 месяцев. Спасибо, Ангри Джу, за переподписку. Да, вот здесь я еще не был. Руна скорости. Там же еще руны скорости были классные, которые длятся по миллион секунд. Оп. Близится финал. Все, и спринтуем. Я уже заждалась. Руна защиты, чтобы тебя не... Заклинание одно за... Ну где, блин, кто, алё? Возрождение ненужное. Ой, ой. Интеллект. Виновные будут наказаны. Шу. Самое время. Как же я быстро. Я уже заждалась. Кистоты дает сфера. 10 урона, 3 армора и регенерация здоровья. Сколько точно не написано, но похоже на кольцо регенерации плюс 2 в секунду. Изявая миссия. Глава 4. Гнев предателя. Прошло несколько часов. Майв, едва живая от усталости и ран, наконец вернулась в свой лагерь. Госпожа, что произошло? Где Наиша? Ты новая Наиша. Где все остальные? Наши сестры погибли. Иллидан завладел оком Саргероса и воспользовался его силой, чтобы похоронить их заживо. Теперь он хочет расправиться с теми, кто остался в живых. У нас нет выбора. Мы должны вернуться в Калимдор и рассказать Шандо Малфуриону о намерениях его брата. Госпожа, мы опоздали. Сюда прибыли войска Иллидана. Нам не уйти. Но, возможно, удастся послать за подкреплением. Снарядите гонца. Она должна как можно скорее добраться до побережья и отплыть в Калимдор. Немного удачи, и Шандо Малфурион окажется здесь, прежде чем нас одолеют. Да, помню эту миссию. Поторопись, сестра. Мне этот челлендж дополнительно не давали. Ай! Гонец в беде. Защищайте ее. А может, они просто познакомиться Тор подошли? Тор или Сар Теренал? Опа! Риджуф на гонца. Медведи не в форме. И заваливает. Ледокол поддержал ваш канал Ледокол. На 100 рублей и сообщает. Да нет. Миша стримки и ютуба сменила автозаполнением.
там сменила, и там сменила. Друзья, технический перерыв на минуту, а то товарищи на ютубе не могут посмотреть. Ну, красота. Сейчас мне его, где мне его доставать сейчас? Как? Я все нашел, а где нашел? А, могу поменять. А, ты мой нашел? Нифига себе. Ты можешь мой найти, а я мой не нахожу. Самое время. Класс, давай, Эльдар. Ой, правосудие, а я паузу не поставил. Она же сейчас... Все это время там противники зверя развивались. Ё-моё. Приехали, короче. Что делать? Поторопись. Рык, пожалуйста, можно сделать в лорниц? Мы впустую тратим время. Так, и... Близится финал. Виновные будут наказаны. Пора подождите, продолжить сейчас охоту. Посмотрим. А, я смогу персоналочку использовать, поторопись, чтобы возвращаться домой. Помню, правосудие помню, помню. Мне нанести удар. Поторопись. А можно на завтрашу? Андердарк поддержал спасибо ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, да. Богов, да. Чаманди, ну, Мишенька, ну, владыка ВСГГ. А? 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 Знаете... Что я заметил, стримы стали спокойные, ламповые, без особых таких резких всплесков. Я ненавижу тебя, что ты знаете, хочешь вообще, что ты хочешь? Про Аркадия, уже очень давно вы не искали приключения на Аркадия, а он по вам скучает, как и Соколик. Может быть, там хранится какой-нибудь, я вообще не понимаю, что ты говоришь. Древнего королевства? Осмотрите раскоп. Если богиня будет к нам благосклонна, мы найдем то, что поможет нам спастись от Иллидана и его тварей. Это мне так что-то взбесило, не понимаю даже почему. Просто висячий. Наша священная роща осквернена. Да кто? Да как? Да... Ладно. Главная сложность этой миссии заключается в том, что... причем? Пора продолжить охоту. В том, что придется... Правосудие свершится. Поторопись. Следите там и там. Потому что, да, здесь напрашивается больше протекторов. Мы впустую тратим время. Поехали. Самое время. Они так страстно умирают. Да, добавили, конечно. Виновные будут наказаны. Вот зря мы я. Мы впустую тратим время. Диспл не взял. Ну ладно, делаем сейчас апгрейды, они потому что работают и на ту армию, которая у нас дома, и вот. Периодически меня просто слепит молния, этот эффект очень странный. Весь время экран белый. Пора полное охоту погружение. Еще бы контузило меня при этом. Я шок испытывал. Мы вообще было бы время прекрасно. Исследование совершено. Пора продолжить охоту. Так, подходим. Здесь мы деньги заработаем на нагах. На сокровищницах. Ага, ага. О, пожалуйста. Рр. Не успел немножко достроить. И... Вот что? Опять у меня... Такого же не было в оригинале. Кто? Пора продолжить охоту. Не знаю, надо посадить просто этого человека, который это делал. И пусть он эту миссию раз пять пройдет. Мы впустую тратим время. Наши воины уже заняли место.
Отрицание, это классно, финал. Это Silence. А, это не Silence, то, что нужно. Так, телепортация. Тут есть секретный голем, ты его не находил в прошлый раз, но панду проверим, может, их позже есть. Нет, панда прихожа еще. Сейчас. Сколько можно повторять? Такой непонятливый. Так, доделываем веспов, доделываем протекторы. Да! Здесь строить нельзя. Пора. Вы видели, да, опять? Охоту. Исследование поторопись. Завершено. Пора продолжить охоту. Так, отсюда. Госпожа Маев, поторопись. Такая удача, что мы нашли вас. Впустую плюс тратим два кота. Время. О! Правосудие свершится. Предупреждение, как, конечно, есть. Я должны завершу быть. Начатое. Мы же все читали Близзардовское соглашение. Мы впустую тратим время. То самое. Виновные будут наказаны. Нет? Правосудие свершится. Ладно, не считали. Наши воины требовали больше древесины. Дерева не хватает. Пора продолжить охоту. Так, справа еще одно место под... Пора продолжить охоту. Под наг. Правосудие свершится. Видите, как обычно. Пора продолжить охоту. Покажешь правосудие на карте. Правосудие свершится. Ой, забыл. Ой, здесь же еще вот эти вот твари будут летать. Привет. Надо обязательно. Ой. Судя по трупам, тут, кажется, Арчей стал... Что? Что? Что это такое? Это рабочий Мурлоков, который что-то там рубит. Да, я понимаю, что я веером его добил. А-а-а, это типа такая фишка. Виновные будут наказаны. Ржавая кирка, оглушение. Баш, один урон, шанс баши. Ну да, я помню я эту кирку, но... Начатое. Близится финал. А чё он там делал? Мы впустую тратим время. Очень круто. Вот это продуманная тема. Если, конечно, это не божок. Это очень продуманная тема. Требуется больше древесины. Поторопись. Конечно, надо с деревом что-то сделать. А ну, дура. Я уже заждалась. Как мне нанести удар? Поторопись. Не вдруги во мне. Опять. Минус глаза. Пора продолжить охоту. Так, скоро шестой. На самом деле, можно было после телепортации не брать. Пора продолжить охоту. Это бы усложнило мне задачу. Правосудие свершится. О, знак укрепления. Ой, я сейчас прям сейчас укреплюсь. Это мой знак. Что произошло? Что это было? Правосудие свершится. Наша священная роща свернена. Пора продолжить. Слушай. Вы знаете, да, что дает знак укрепления? Ладно, давайте помогу. Да и уровень повыше, и ману у вас полный. Покажешь на карте. Пора продолжить. Дорогу охоту. Покажешь? Поторопись. Самое время. Правосудие свершится. Здание готово. Два армора ко всем строениям. Наш рудник истощен. Похоже, кстати, у Мунвелла, мне казалось, пятерка армора была. Что шестерка. Виновные плюс один. Будут наказаны. Самое время. Я завершу начатое. А, и деньги закончились. То есть, по сути, мы сейчас упираемся... Ну, то есть, не упираемся, а единственный источник нормальный заработка у нас есть. Это монетки. Здесь строить нельзя. Которые там наги... Поторопись. Понятненько. Правосудие свершится. Наги оставляют. Я допускаю, что мы я на пропускал сзади. Тратим время. Наверху поторопись. База, насколько я помню. И вот мы здесь тоже база. Тратим время.
Пора продолжить охоту. Угу. Самое время. Тут гиппогрифы наши. Хвала Элуне. Она добралась до берега. Так. И поплыли. А, нет, это тут прям так и задумано. Без гиппов, гиппосов эти катли. Доставили неприятности бы. Здание готово. Блин, я забыл, что у меня второй-то бинт занят, понимаете? Пора продолжить охоту. Такие вот пироги. Правосудие свершится. Наши бойцы. Надеюсь, по крайней мере, не. Я завершу начисто. Не отдали. Правосудие свершится. Поторопись. Почему ты не. А, все понял. Опять минус глаза, только что были. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Можно было катапультами подойти и помочь. Свершится. Главное, гонца не отдать. Пора продолжить охоту. Тут собираем чеканные монеты. 1500. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Поторопись. Вот сюда можно запрыгнуть, и сюда можно запрыгнуть. Правосудие свершится. Здесь вроде бестолку. Да, господи, опять минус глаза. Тут может быть. Мы впустую тратим время. Поторопись. Да, вон, пожалуйста, там фолиант силы валяется. Гипосы-то есть, то есть можно подсветить. Вообще гиппосами можно все будет проверить. Правосудие свершится. Ты тут место не рисуешь. Так, Нага пришла. Не буду помогать. Правосудие свершится. Мы впустую тратим. Пора продолжить охоту. Так, здесь что-нибудь есть такое неожиданно полезное? Правосудие что-то свершится. Валяется, нет? Есть? Нет. Мы ладно, давайте сначала доберемся, а потом уже будем финал. Выискивать. Я уже заждалась. Много монеток. Еще по 500, два косаря. Поторопись. Катапульты поближе. Ими нужно будет уже по вышкам работать. Судья свершится. Пора продолжить охоту. Камень маны. Я завершу прожру. Начатое. Мы впустую тратим время. В левом нижнем углу, кажется, еще будут. Правосудие свершится. Самое время. Мы впустую тратим время. Ой. Поторопись. А, этот по воздуху стреляет даже. Ладно, ничего. Правда, вот катапульту потерять сейчас вообще не хотелось бы. Их же я и восстановить нормально не смогу, их здоровье. Поторопись. Правосудие свершится. Поторопись. Может быть, зря ульту прокачал. Правосудие или свершится. Зря не использую ее. Поторопись. Пора продолжить охоту. Так, тут атака, вижу. Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Еще монетки. Что случилось в наших лесах? Сразу. Что произошло?
Правосудие свершится. Кота скоро потеряем. Наши войны уже заждали в бой. За стражей. Угу. Денег очень много, на самом деле. Поторопись. Я завершу начатое. Я вся внимание. Мы впустую тратим время. И вот сюда точно можно запрыгивать. Свершится. Нашлись. О, пандарийский пивовар. Так мы его видели в прошлый раз. Вон панда, секретное место, где пандарен Хмелевар готовит свои напитки. Виновные и при этом наказаны. Можно вроде как еще вот сюда проплыть. А, можно было добраться сюда на лодке. Пора продолжить охоту. Мне почему-то казалось, что... Сейчас да. Пора продолжить охоту. Он оставляет туфли ловкости ненужные, но... Говорят, есть панда в ТТ. Добавили недавно, видимо. Близится финал. Ну, раньше точно не было. 100%. Пора продолжить охоту. Поторопись. Дейв, подчеркивание, там поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Так. Михай. Да. Микки. Диптон, привет. Бандер, вы забрали мою донатную деятельность. После той битвы с сектоподом. Я понял, что ты станешь моим первым. Привет от тех, кто смотрит тебя YouTube. Привет тебе. Сектопод был багнутый. Он стрелял на Overwatch постоянно. Правосудие свершилось. Вот. Ну не знаю. Как тебе, мне понравилось. Правосудие свершилось. Пиши еще. Переходи на ГГ. Блин, я не сделал аболиш, оказывается. Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Не бак отвечать. Чистой воды бак. Чистой воды. Уже там все. Конечно. Выяснили. Только Нубас считает, что это была фича. Только Нубас. А! Подождите, это... Подождите, это кто написал? Так, она всегда была там. Дебак вообще. Липсум. Ну, Липсум, да. Липсум. Пора Нубас. Ну, все знают. Правосудие свершится. И Липсум знает. Ничего, ничего, пора нормально. Продолжить охоту. Давайте вызовем все-таки ультимейт. Стою на страже. Мы впустую тратим время. Виспы готовы. Катапульты стреляют. Конечно, это есть. Исследование завершено. Спорить опасно просто. Тут абсолютно необъективно все. Поторопись. Мы впустую тратим время. Так, видим. Пора продолжить охоту. Вышки. Будем убивать. Подводим транспортники. Мы впустую тратим время. Это было, конечно же. Ворота долбануть. Стою на страже. Пора продолжить охоту. И кажется, справа был голем. Я к нему заходил в прошлый раз. Правосудие свершится. До него вот отсюда. Сюда забегаешь. Он тут появляется. Пора продолжить охоту. Наша священная. Я не помню, насколько там... Ну, я сбегаю. Не помню, что там ценного было. Пора продолжить охоту. Но учитывая, что здесь мы какое-то время без варьки справимся... Пять тысяч золота. Мы впустую тратим. А, варишь, не допрыгнет до туда. Или допрыгнет. Поторопись. Отсюда сюда, потом сюда. Да вроде допрыгивает. Я уже заждалась. Тут можно срезать. Мы впустую тратим. Ну, после того, как разведка прошла. Правосудие свершится. Тут так, тут так. Конечно. Мы впустую тратим время. И вот сюда. Самое время. Да. Появляется по скрипту. Инферналчик.
Ашал Тарадас. Тарадас. Правосудие свершится. А я его без ультимейта не заберу вообще никак. Мы впустую тратим время. Поторопись. А ульта-то перезаряжается. Мы впустую тратим время. Но он иммунен ведь, правильно? Я завершу начатое. Пора. Мы впустую тратим время. Здание готово. Я уже заждалась. О, а что я назад вернулся? Здание готово. Так, 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 там, пам, хей! Я уже заждалась. Самое время. Близится финал. Я завершу начатое. Как ты сюда запрыгнул вообще? Виновные будут наказаны. А-а-а! Пора продолжить охоту. Что? Мы впустую тратим время. Бей ульту, пес. Наша самая священная роща осквернена. Серьезно? Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Близится финал. Наши как? Что? Правосудие свершится. Ну, я умру сейчас. Я уже заждалась. Так. Я завершу начатое. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. Самое время. Наши воины вступили в бой. Я уже заждалась. Наш герой пал в бою. Не, ее можно воскресить. Почему я назад-то не могу прыгнуть? Вверх не может она прыгнуть. Я не понял, как так. Они же специально убрали возможность отсюда ливать, если что. Нет, я попробую ее вызвать так, чтобы заблочить, чтобы ко мне инфернал не подходил. Понятно. А, но нет! Наши войны. Почему ты не стреляешь по нему, тварь? Самое время. Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Так, давай попробуем все-таки упрыгнуть. Я не пойму. Во-первых, он не бьет никого, кроме меня. То есть на ульту он внимание не... Может, персоналка? Да персоналка-то вообще не успел уже персоналкой. Да, я не могу идти. Я просто не могу идти. Попробуем сейчас потыкать вообще в любые места. И наверх, и вниз. Можно попробовать... Не, надо, там наверху есть место, где можно заблочиться. Надо взять льту и заблочиться. Наша священная роща осквернена. Вот сюда вот встать в угол. И прикрыться, попробовать этой ультимейтом. Ой, блин, как же ты меня... Мы впустую тратим время. Вот так вот. Реген такой конский, смотрите. Мне кажется, что эффект даже больше от сверху. От регенерации. Правосудие свершится. На самом деле, изи разматываем. Я завершу. Да, он сразу перенацеливается на варь, пес. А-а-а, наручи выпадают. И наручи, это, конечно, очень круто. Для варьки наручи, это понятно. А так она спокойно уходит. Виновные будут наказаны. Ничего себе. Поторопись. Видели? Это прям специально замануха такая устраивает. Близы. Я уже типа, заждалась. Рефорж 1300, берите предзаказы, виновные все будет ок. Наказаны. А потом хоп, и тебя инфернал унижает. Самое время. Я уже заждалась. Самое Ладно. Время. Проплываем тут. Поторопись. Уже в пути. Я завершу. И ладер не работает еще. Так, хорошо. Самое время. Близится финал. Я завершу начатое. Давай еще разок. Жду приказа. Поторопись. Поторопись, укажи. Минус арча. Не только минус арча тут. Многие падут. Наша священная роща осквернена. Медведя бы не отдать, а? Поторопись. А они прям на медведя, они прям целенаправленно. Наши воины вступили в бой.
Торопись. Хорош. Наша священная ручья осквернена. Пора продолжить охоту. Во имя правосудия. Главное... Что же, кто? Я беги, не сражаюсь, там просто армор на нем. Главное, что жив гонец. Пора продолжить охоту. Правосудие свершится. Да там осталось, господи. А, у меня катапульт нет. Ой, сейчас будет интересно. Наша священная. Мимо вышек пробираться. Я завершу начатое. Так. Отдыхать некогда, утратим время. Сейчас. Сейчас. Виновные будут наказаны. Мы впустую тратим время. Самое время. Две наги. Ну, там можно попрыгать варькой. Виновные покажешь будут наказаны. На карте. Так, там монетки. Поторопись. Ну зачем мне монетки? Я завершу начатое. Я не хочу вот здесь отстраиваться. Не хочу, но отстраиваюсь. Пора продолжить охоту. Да и здесь тоже должны быть. Я уже сождалась. Ладно, поехали. Мы впустую тратим время. Я не сплю. Современник поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да ладно. Стало интересно. Посмотрел историю, оказалось, что ты был не первый, с кем у меня был донат. Но с тобой был чаще всего. Пека. Миша хорош. Я не понял. А кто был первый? Не буди во мне. Я думал. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Самое время. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Наши воины вступили в бой. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Мы впустую наверх тратим идем, время. Проверим. Тоже типа пасхалочки есть. Я завершу начатое. Где крыска-то? Виновные будут наказаны. Вот он. Грэнк крыса. Правосудие свершится. Промахи не пишут. Наши воины вступили в бой. Я уже заждалась. Мы впустую тратим время. Талисман ускользания. Ну, вместо персоналки возьмем. Я завершу начатое. Хорош. Виновные будут наказаны. Как здесь продумано с точки зрения... Поторопись. Да, крысеныши шатнули. Виновные будут вот. Наказаны. Сейчас по лодочкам. И... Близится и финал. Поплыли. Первая идет лодочка с Маев. Гонец позади. Да, он даже не атакует эти лодки. Все, изява. Вроде все собрали. Я пробовал раньше еще базы шатать, но здесь нет дирижаблей. А базы находятся как бы на островах. То есть их да сложновато убивать. Эвона. Если она не сможет добраться до Шандо Малфуриона, или Дана уже никто не остановит. А, ну там можно было вокруг, кажется, попрыгать, книги пособирать. Но в прошлый раз это делал, решил сегодня не делать. Переходим к пятой главе «Неоконченное дело». Вечером того же дня на лунной поляне Малфурион и Тиранда обсуждали последствия вторжения легиона. Похоже, корни Нордрасила приходят в порядок. Слова-то, конечно, сложные. Если бы то же самое можно было сказать и обо всем оскверненном лесе. Боюсь, порча легиона оставила на теле земли незаживающие раны. Твои друиды что-нибудь придумают. Может быть, Изера или Алекстраза помогут. Шандо Малфурион, жрица Тиранда, прошу прощения. Эта эльфийка утверждает, что у нее к вам срочное дело. Кто ты? И что привело тебя сюда? Я служу Майе в Песне Теней, предводительнице стражи
Той самой, что поклялась найти Иллидана предателя. Mm-hmm. Иллидана? Что ты имеешь в виду? Мне очень жаль, Шандо, но твой брат призвал из морских глубин целую армию и похитил артефакт демона. Пока мы беседуем, моя госпожа бьется с его войсками на расколотых островах. Так и есть. Ей нужно подкрепление. Я отправлюсь туда. Я поведу туда часовых. Нет, любовь моя. Мы с друидами и сами можем справиться. Я его освободила. Значит, и остановить его следует мне. Тогда мы отправимся вместе. Если гонец говорит правду, Маев пригодится любая помощь. Угу. Ледокол говорит, посмотрел историю, у меня первым был Абвер, Майкер только шестым. Ну и где сейчас твой Абвер? А? Чего ж ты его не смотришь? Уравнивание шансов. Утром следующего дня на берегах расколотых островов отряд стражей Маев из последних сил сдерживал натиск войск Иллидана. Держитесь! Если будет на то воля богини, Шандо Малфурион придет нам на помощь. Мастер подчеркивания Пепка поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, а у меня донат Михаила был самый первый. Спасибо. Михаил, в свое время ты и ГГ помогли мне справиться с очень плохим настроением и начинающейся депрессией. Не надо. Слава Бобру. Слава Бобрам. С мастер Пепка. Хорош. Рад. Очень рад. Ее войска отбиваются от врагов. Чтобы добраться до них, нам придется пройти через джунгли. Может быть, сила классный природы камень поможет нам добраться до места быстрее. Да, сейчас у нас козел, там 6-го, 7-го, Тиранда тоже. Не с думаю, ультимейтом. Они должны... А, нет, эту миссию в прошлый раз я чуть не зафейлил. Потому что нужно штурмовать андедовскую базу, было. А я пришел туда, у меня все биты, маны нет. Поторопись. Ага, я могу пора управлять Маев. Что? Не было раньше такой опции. 100% не было. Я говорю, не было такой опции. Мы впустую тратим время. Так, что бы здесь делать? Пора продолжить охоту. Точно не было, говорю. Да будет так. Было? За Калимдор. Не было. Только после того, как я дошел, было все. Да не было, что вы... Было... Да не было. Да я говорю, не было. Свершится. Было. А ну, дура. За Калимдор. А чем шумят деревья? Пора продолжить охоту. Так, сразу вызываем. Мы впустую тратим время. Поторопись. МР, подчеркивание, Смилин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, сейчас бы в 2К20 во время катсцен поддерживать. Кто будет угрожать нашим лесам? Пека-пека. У меня же есть Савунья. А Савунья — это прекрасно. Вижу пару монет. Что это за змееподобные бестии? Не знаю. Но эти создания кажутся странно знакомыми. Жалкие ночные эльфы. Мы ноги, будущее за нами. А, окей. Я просто не знал. Что? А где предметы вообще? Неужели тираны... Они, короче, тираны. Тираныч и Малфурион 10 уровня, но без артефактов. А, они первый раз в ТФТ появились сейчас. Мы же в Роке за них играли, правильно? Да, и игрывали тоже ими в Роке. Наша священная роща осквернена. Если мы хотим спасти Маяв, нужно поторопиться. Ну, как же хорошо, что... Я надеялся, что ретаргет сработает, как только я выкопаюсь. Будем сюда идти. А ну, дура. А ну... Поторопись. Дура. А где ульта? А, наши понятно. Наши воины вступили в бой. За Калимдор. Да будет так. О чем шумят деревья? Может, твой. Прожмем транквилу разок, а? Мы впустую тратим время. Наши воины вступили в бой.
Все, как я и подозревал, корабли сели на мель. Где-то рядом должны быть наши особенные союзники, которых я привел из Ясеневого леса. Особенные союзники? Продолжай поиски. Ты их ни с чем не спутаешь, когда увидишь. Хорошо. Наши воины вступили в бой. Продолжаем наблюдение. Вообще, я хотел отправить вот этих товарищей на базу. Виновные будут наказаны. Так, альтернативные одаренные союзники, да? Где-то неподалеку. Правосудие свершится. Здесь вроде база их. Ё-моё. Как же вас много, да? Что случилось в наших лесах? Кто смеет угрожать нашим лесам? Ага. Что пора продолжить охоту. Ну да. Правосудие свершится. Так, далековато, конечно, я отошел. Но мне рассказывают про союзников, а я за союзников. Я слышу голос его. Пора продолжить охоту. Надо готовиться. Мы впустую тратим время. Так, убираем с автокаста. Здесь проходим. Я на самом деле не припоминаю этих мест. Этих врагов. Но я не помнил, что можно было контролить этой подругой моей. Так что, возможно... Я что-то не помню. Ну там корабли. Аштера Паладор. Да будет так. А ну, дурак. У нас мало времени. Монетку вижу. Пора продолжить. Ну, здесь отбиваемся, да. Нормально. Мы должны как можно быстрее добраться до лагеря стражей. Поэтому в арке все отлично. За исключением того, что мунвеллы пустые. Но у нее регенерация жизни жесткая, благодаря амулету. Мне кажется, она даже без посторонней помощи. Так, здесь надо Транквилла будет прожать. За Калимдор. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Наша священная ручка. Да. Нет. Все не так просто. Я уже заждалась. Поторопись. Мы впустую тратим время. А ну, дурак. Проходим. Это кто такие? Нет, не нравится мне. Калимдор. Пора продолжить охоту. Ай! Ну, сорча, кажись. Ой. Что угрожает этим землям? Ага. Что угрожает этим землям? Мы впустую тратим время. Поторопись. Правосудие свершится. Так, что я хочу? Я хочу поставить здесь магазин, сделать здесь ночь. Поставить еще пару мунвеллов. Поставить пару виспов, сделать пару виспов. Здесь так. Здесь так, здесь так, здесь так, здесь так. Вот сюда надо сходить, вроде подкреп обещали. Так, вертим, нормально. Виновные будут наказаны. Я вся внимание. Если свершится. Поторопись. Правосудие свершится. Да, маловато нас как-то, не? Поторопись. Это мне не нравится. Пора. Куда нам присоединиться? За Калимдор. Коты. Поторопись. Коты и Арча. Наверх-то будем бежать. Пока дойдем. Здание, здание, готово. Здание, здание. Мы впустую тратим время.
Как же медленно регенерируется. А, транквилы используют. Поторопись. Я бы выложил, попробовал подлечиться здесь. Близится финал. Виновные будут наказаны. Потому что, видите, ну они лезут. Правосудие свершится. Я уже заждалась. Нет! Наша священная роща осквернена. Отряд Маев долго не продержится. Жду приказа. Не проблема. Извините. Так, а что здесь за руна? Руну маны беру. Едины с природой. Наши воины. Это все вся подкрепа, да, которая. Нас осталось двое, я и ультимейт. Поторопись. Нам нужно забрать вот эту базу. Мы впустую тратим время. Ага, ну это как и предполагалось. Ага. Танкующая арча. Прекрасно. Ага. Ага. Так, а можно здесь скупить что-нибудь? Не знаю, может там ману. Вообще с ультой отбиваемся и даже вот так сделаем. Что-то не так. Готовы старфолить? Придется пробиваться через Нак. Если мы хотим помочь Маев, другого выхода нет. Ненавижу Нак. Значит, скоро эти грязные твари познают ярость богини. Транквил Старфол. Мы впустую тратим. Побежали сюда. Мы впустую тратим. Какой? Май врывается. Мы впустую тратим. Изи. А! Да будет так. Спокойно. Без паники, друзья. Так, еще две группы войск, которые можно подключить к себе. Дерево, которое желательно бы перекопать. Побежали отбивать Мунвелла, но не хочу их отдавать здесь. Надо было, чтобы Майя здесь сама опять отбивалась. Хвала Элуни. Все нормально. Шандом Алфарион, я знала, что ты придешь нам на помощь. Я рад, что мы добрались вовремя, Маев. Жрица Тиранда, не ожидала. Неужели тебя замучило чувство вины? Маев, я сделала только то, что должна была сделать. Кот так подходил, не смешно. Не тебе меня судить. Значит, твой долг состоял в том, чтобы убить моих стражей и освободить предателя? Тебя надо заточить в ту же темницу, что и его. Да. Немедленно прекратите. Олень. Опасность еще не миновала. Маев, доложи обстановку. Ой. В этой местности не осталось ресурсов. Для штурма укреплений Иллидана понадобится куда больше войск. А значит, нам не обойтись без рудника. Так. Хорошо. Тогда давайте найдем его. Так вы только что пришли от рудника. Ой! Какой мудрый друид, а? Ничего его не смущает. Ладно. Бежали куда-нибудь дальше. Возвращаемся, убиваем остатки андедовской, в смысле андедовской, наговской базы. Спокойно встаем, начинаем добывать ресурсы. Тут непонятно откуда взялись мелкие мурлоки. Водяной прислужник.
красиво постепенно. Заказываем виспов. Здесь огромное количество виспов мы потеряли с вами. Потом подкрепление. Здесь еще одна база. Но вы помните, что на этой карте Иллидан очень часто выходит с хорошим лимитом и прессует. Причем он прессует. И сюда будут атаки направлены. И... и на верхнюю базу тоже. Короче, далеко отходить не стоит. Возможно, совой контролит его выход. Да будет так. Чтобы... вступили в бой. Ага, ну вот, пожалуйста. Но это причем еще не Иллидан. Это пора так. Продолжить охоту. Это Наган Убас. Что-то не так. С чем мы будем давить? С одной стороны, у нас прекрасные есть... много времени. Чем дольше мы ждем, тем сильнее становится армия Иллидана. Шандо, нам нужно атаковать немедленно. Суматоху вносит. Абсолютно не нужно это. Источник маны, хорошо. Хорошее место. Во-первых, мы тут подкрепление берем. С чем? Вот они. Mountain Giants. Горные великаны. Наши потерявшиеся союзники. Потеряшки. Как можно было таких? Милостивая. Я не видела их уже много веков. Я думаю, 10 тысяч лет. Легиона пробудила от векового сна многих друзей нашего народа. Эти могучие создания помогут нам. Так, доберитесь до третьего корабля, нам говорят. Я сразу сделаю апгрейд на Т2. Ага. И надо не пропустить Иллидана. Да давайте возьмем здесь подкрепу. Тут место какое-то странное, как будто дерево, деревья вырубаешь и профит получаешь. Привет. Ага, я понял тебя. Я оставляю слишком много следов. За Калимдор. Не только следов. Неужели? Ага, и вот он, Иллидан. Я чувствовал, что Иллидан где-то рядом, но не думал, что... 10 уровня. Анудура. Ага. Все, поехали. О чем шумят деревья? Неужели он идет к нам. Притупил мои чувства. Я о чем шумят един с природой. Пора продолжить охоту. Богиня за Тиранда. Что ты здесь делаешь? Это не твоя битва. Иллидан. Эй. Мне не стоило выпускать тебя на свободу. Теперь я это понимаю. Так, Иллидана мочим. Ты превратился в чудовище. Грубая сила не может сравниться с силой истинной, Иллидан. Что? Вот почему я предпочла тебе твоего брата. А-а-а, нет. Что угрожает? Нет. Как обидно. Я помню, в прошлый раз тоже было очень обидно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты, сволочь-то, а. Здесь строить нельзя. Почему? Она же пошла его освобождать. Что за женщина, а? Я не пойму, как так можно? Не хватает места. Вот, это хорошо. Един с природой. Правда, я не долечился, ну ладно. Я предпочла, что-то говорит. Не так. А ну, дура. Что угрожает этим землям? Я... Привет. Это же женщина. Ну да, ну очень обидно. Ну как так вообще? Он что-то наоборот не как так. Бы не лезет. Я... Говорит, не твоя война, все природой. Дела. Она его отчитывает. Да будет так. Ё-моё. Я слышу голос Луны. Представил, голды прошлый император тащил твой комментарий в вопрос Кэпчис, насколько я слышал, какой-то турнир уехал, ты не знаешь? Не знаю, я какой турнир он уехал. Един с природой. Напишут. Я на самом деле на него немножко
Неужели немножко злюсь за... за его хреновое воспитание, отсутствие такта. Человек умный, но что-то не так. Что-то упустили, мне кажется, ее родители. Что угрожает этим землям? Это исключительно мое мнение. Неужели сон притупил мои чувства? Все, 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 сейчас загорится пожар. Блин. Угрожает, не знаю, короче, землям? Где император. Ненавижу его. Да будет так. Игрок отличный. Неужели сон притупил вот, мои чувства? Фух, высказался, стало проще. Я един с природой. Так, хорошо. Тем лимитом, который у меня есть, я не смогу, к сожалению, пробрить врагов. Поэтому что надо выходить из лимита. Этим ты что, не акалит? Так это не имеет отношения что-то вообще. Не так. Надо разделять хэппи-игрок и хэппи-не-игрок. Вот. Этим землям? Все. Что-то не точно. Сейчас меня на костер. Сон еще один усомнился в императоре. Ой, вы какие. Я един с давайте катапульт миллион. На катапульты действует же транквилла. Действует, все. Даже нычку наверху не хочу ставить. И так справимся, я думаю. Исследование завершено. Больше древесины. Что угрожает защищать этим ее потом землям? Еще? Зачем? Наши войны. Неужели сон? Почему не отображается здоровье? Я даже альт нажимаю, не отображается здоровье. Что угрожает этим землям? Я не могу понять. Где Халсбар это? Требуется больше древесины. Ждем. Там атак. А, вот сейчас начали отображаться. Да ладно, давай транквиллу прожимаем. Второй играет на атаку и поехал. Главное не пропустить, когда Иллидан будет выходить с базы. То есть штурмовать вражескую базу довольно долго. И по-хорошему нужно это сделать в качестве контратаки. То есть мы сейчас отбиваемся раз, потом отбиваемся от Иллидана. И после этого такие все красивые летим в контратаку. Что-то не так. Неужели сон притупил мои чувства? Наверное, штурм лучше начинать как раз сверху, что потому что там этим есть фонтан жизни, кроме всего прочего. Что-то именно здесь так. Иллидан будет атаковать. Неужели сон притупил мои чувства? Я подожду его здесь. С природой. Мне кажется, он уже собрался, смотрите. Да, вот что-то тут там. Неужели сон притупил наши мои войны чувства? Вступили в бой. А. Что-то или не нет. Так. Так, катапульты. Маловато все равно пока един что будет. С природой. Что угрожает этим Иллидан землям? Пока тупит. А у меня задача что? Базу все уничтожить. Причем наш все бой. Это база Иллидана. Неужели сон притупил мои чувства? Исследование недостаточно золота. Третий апгрейд на атаку. Недостаточно золота. Что-то не, не так. Неужели сон притупил мои чувства? Мне придется наши воины вступили в бой. Рычать еще. Что-то не так. Обычным дедомским способом. Я един с природой. Неужели сон притупил мои чувства? Ага, Иллидан выходит. Ай, жалко, все-таки не даст мне отойти. Неужели сон притупил мои чувства? Ну тогда транквилла, пожалуйста. Старфол использовать не хочу, потому что... Блин, Иллидан уже превращается. Сейчас. Главное, транквиллы работают. Уже не работает. Ну ключевое это контратака сейчас. Быстрая контратака со Старфолом.
С миллионом катапульт. Что-то не так. Не крути во мне. Правда, там перебить могут. Надо амулетов Spell Shield передать. По-хорошему еще транквилу прожать. Ё-моё, там так нагогвардейцы уезжают. Ё-моё. И катапульт это же минус. Да, потому что на них так прямо откровенно бегут. Что-то не так. На-на. Я един с природой. Я слышу голос. Астрофол перебили, похожим. Наши воины. Неужели сон убил мои чувства? Что надо было ультовать. Я един с природой. Надо алтарь самое главное снести. Это самая важная проблема. А, он уже вышел. Прикольненько. Давай. Это не алтарь, вот он алтарь. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. Понятно. Ну. Пора продолжить охоту. Это похоже на задачу для... для варки. Никто не так. Капец. И то не факт, что она без маны, ей нужно сначала вернуться к Мунвеллам. Видимо, здесь надо базу ставить. Здесь строить нельзя. Неужели сон? Алтарь при этом не добили. Поторопись. Что-то наша не священная так. Роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Пора продолжить охоту. И как-то отбиться здесь. Неужели сон притупил мои чувства? Есть транквилла, но нет. Маны нет. Ой, там же еще нага. Ё-моё. Наши воины вступили в бой. Это Роман. Я. Пора продолжить охоту. Вообще справлюсь, нет? Самое время. Твою налево. Да будет. Мне кажется, я не справлюсь. Ой, я не поставил базу. Кто смеет угрожать нашим лесам? Неужели все. Сон притупил мои чувства? Правосудие свершится. Майна у меня нет. Пора продолжить охоту. Наша священная роща осквернена. Здесь строить нельзя. Мы впустую тратим время. Наш герой пал в бою. Пал в бою. Не смеет угрожать нашим лесам. Поторопись. Наши воины заступили. Наша священная роща осквернена. Нет! Я слышу голос. Правосудие свершится. Я зачем ты сражаешься? Тирент! Мы впустую тратим время. Наш герой пал в бою. Правосудие свершится. А вот это похоже на очень интересную развязку. Самое время. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Так, дерево, ладно, выживет. Веспов, ладно, пытаемся спасти. Но там ежи Элидан еще не добитый. Минус база просто. Мне сейчас нужно на одной Варден. Пора продолжить под охоту. Вот этими вот эпилептическими штуками. Да, я уже заждалась. Во имя наши воины вступили в бой. Поторопись. Отстроить базу, а лучше базы. Самое время. Виновные будут наказаны. И отбиваться от атак. Ну это Ре, ну какой Ре, синевик? Наша священная роща. А может Ре? Блин, сам привел к нычке этих. Да, похоже, Ре. Блин, черт. Ладно, смотрим, где сейф. Черт, надо было всем возвращаться.
и отбиваться спокойно. Но я подумал, что теми додавлю. Не додавил. Слишком серьезное производство было на базе. Ладно. О чем шумят деревья? За Калимдор. Так, хорошо. Возвращаемся сюда. Правосудие свершится. За Калимдор. Мы впустую тратим время. А ну, дура. Хотел побыстрее, не получилось. А ну, дура. Тиранда, что ты здесь делаешь? Это не твоя битва. Иллидан, мне не стоило выпускать тебя на свободу. Теперь я это понимаю. Он ультует. Ты превратился в чудовище. Чудовище? Вот как же он дикий, успевает. Успевает высосать ману всю у Варден. Успевает тебе, добить Тиранда. Кота. Мне лишь хотелось доказать, что я чего-то стою. Показать всем свою силу. Ой, беда. Грубая сила не может сравниться с силой истины. Сейчас опять обидные вещи будут говорить. Иллидан. Вот почему я предпочла тебе твоего брата. Так, давай-ка Хантерс Холл. А есть у нас Хантерс Холл дома? Есть. Классно. Ничего, быстрее грейды сделаем. А ну, дура. Правда, леса не хватает. Ну ладно. Раз, конечно. Два, три, четыре, а ну, пять, дура. Шесть. Шесть берем. Сейчас. Семь, а ну, восемь. Дура. Превращаемся. До каждой реи будет вот это вот унижение сразу после того, как ты... Улучшение завершено. Ну, катапульты, я думаю, хорошая а тема. Ну, дура. Передняя линия обороны есть, какая-никакая. А ну, дура. Просто, возможно, стоит сначала нижнюю часть базы ушатывать. Что Иллидан, видите, не... Ничтожное ну, реже бегает создание. В атаку, чем Нага. Что совпадение, конечно. Наши воины вступили в бой. Не знаю. Ах, желательно сделать еще лорницу, чтобы мишки у нас были с рыком. Здание требуется больше древесины. Почему? А, потому что кнопку не знаешь. Антимагический щит в первую очередь нужен под... Богиня зовет. Под Транквилом. За Калимдор. Блин, вот думаю, ставить эту базу дополнительную не ставить. Аштера Паладор. Наши воины вступили. Ее просто защищать нужно, а деньги и так есть. За Калимдор. Не совсем за понятно, Калимдор. Кем от воздуха отбиваться. А ну, дура. Из стреляющих. Против воздуха мало кого. Кто есть? Я слышу голос. Давайте еще одну сову и попробуем перехватить Нагу. Она же должна идти. Заказываем второй грейд на атаку. Заказываем беспов. Пофиг, здание выходим из готово. Лимита. Тут бочки рядышком. Здание готово. Требуется больше древесины. Чтоб медведей форму туда-сюда не гонять. А ну, дура. Так. И... бараки исследование добавляем. Исследование завершено. Барак один, барак второй. То есть уже третий получается. Исследование наши воины вступили в бой. Блин, вот как я вас пропустил-то, а? А ну, дура. Закалим дон. Сразу минус козочка. Что случилось в наших лесах? Умираю прям сразу. Ну там 50 урона пирсингового по козам. Естественно, умираю. Богиня зовет. Аштера Паладор. Исследование за наши воины вступили в бой. Так, а вот и Нага. А ну, дура. Мы впустую тратим время. Что угрожает этим землям? В контратаку я еще пока пойти не могу. Здание готово. Потому что катапульт нет. Мы впустую тратим время.
Правосудие свершится. Идем греться у фонтана. Точка сбора на фурочку. Выход из лимита. Ладно, пока подстроимся. Наверное, стоит поставить здесь базу. Но я помню, что и воздушные атаки будут, и Лидан будет туда тоже приходить. То есть ту базу надо уже в пути целенаправленно защищать. Сейчас. Я попробую штурмануть Нага. Третий играет на атаку. Леса не хватает пока что. Я нон-стоп беспов строю. Там 11 человек. Тем не менее. Богиня не хватает. Зовет. Можно в теории поставить. Что, выдвигается? Нет. Поставить протекторы, но они не панацея. То есть протекторов нужно еще в них и веспов, и леса вложить. Прилично. Все-таки попробую базу поставить. Цена вопроса не такая большая. Кто смеет, но вдруг она успеет окупиться. Третий апгрейд на атаку уже сейчас нужно заказывать. Можно было по... Опа! Что это такое? Ой, веспов еще бы взять. Чисто на починку. Чисто на починку. И следить, по крайней мере, за Элиданом. То есть, если мы нападаем с одной стороны, следить за другим направлением. За Калимдор. А ну, дурак. Принять одну атаку. Да, нужно играть на баллисты, но они главным образом будут работать по зданиям. Я их для этого беру. Поэтому грейтов в последнюю очередь заказываем. Это что-то разведать. Богиня зовет. Постоянно разведываю. Потом пройдемся, как базу ушатаем. А он готовится атака, судя по всему. А можно выманить, что между прочим? Угрожает этим землям? Там же гарнизон. Неужели сон? А, выход идет от Талидана, вижу. Давайте сначала его попробуем перехватить, а потом уже... Аштера Паладор. Пора продолжить охоту. Сразу мы, наверное. Сразу мы, наверное. Мы впустую тратим время. Наши воины вступили в... Ага, ну понятно. Здание готово. Короче, они тиммеры. ПФ-шечку их больше не пускаем. Да, заказываю рабочих. Да будет так. Транквилла пошла. Мы впустую тратим время. Недостаточно. Недостаточно. Исследование завершено. Недостаточно. Недостаточно. Извините. Пора продолжить охоту. Так, давай-ка не будем жестить по веспам. Восстанавливаем ману, потому что варька вообще пустая абсолютно. Восстанавливаем здоровье. Попутно можно выманить. Выманить, вызвать. Вообще тут только варька должна восстанавливать ману. Всех остальных все отлично. Поэтому давайте попробуем. Есть протектор. Чисто против налетов. Да будет так. Поехали. Что угрожает? Надо передать Тирен. Страфолерс. Просто стоят.
Что-то, кажется, меня заткнули уже. Тиран вообще не успела. Не успела прийти вообще в себя. И у Форджа тоже проблемы там были. Всем анударов. Анудара, пацаны. Нас, нас просто унижают. Здание готово. Раз, два, три. Здесь строить нельзя. Самое главное — спастись катапульта. Восстанавливаем алтарь, восстанавливаем Тирент. Прожимаем транквилу и улыбаемся. Блин. Наши воины вступили в бой. Лидан шатает. Там не было Лидан. Если я правильно помню, там не было Лидана. Там просто было очень много наг вот этих вот здоровых, которые станили, перебили ультимейты мне. Здесь строить нельзя. Я добавляю лорниц. Здание готово. Это уже перебор, конечно. По... трех вполне должно хватить. Неужели сон притупил мои чувства? Восстанавливаем Тирент. А ну, дура. Здание готово. Делаем апгрейды. Здание на этот готово. Раз на медведя, чтобы держались. И посидим на лимите 50. Здание готово. Все равно делаем грейды и будем сейчас медведи потом подкопим немножко ресурсов. Подбиваемся тем, что есть. Я думаю, справимся. Пора продолжить охоту. Ага. Второй грейд на атаку, второй грейд на защиту. Что-то ой. Не так. Поторопись. А почти все рассчитал. Да, Майв, слава богу, с арбой стреляет по воздуху. Здание готово. Что угрожает этим землям? Второй грейд на атаку. Есть второй грейд на защиту. Исследование завершено. Майв сейчас выйдет сразу сову куда-нибудь кинем для того, чтобы понять. Или Дан идет, или не идет. Ага, он уже пришел. Это не совсем Лидан. Но как бы и да. Здрасте. Нага что-то такая наглая, взяла, отступила. Под протекторы хотела отдаться, чтобы... чтобы я опыт не получил явно. Что-то не так. Лучше не делается раз, лучше не делается два. И давай сразу на фонтанчик маны. Богиня зовет. Вызываем сову, смотрим, где там Илидан. Управляем, прыгаем. И видите, ресурсы уже немножко подкопились. Завершено. Требуется больше древесины. Древесины по-прежнему не хватает. Исследование завершено. И мне кажется, что лучше сделать трех песков. Ну, сейчас как закажусь медведями, теми же самыми и катапультами. Я слышу голос. И лес у меня закончится. Давай, третий играет на атаку и третий играет на защиту. Ну тогда, когда будет уже. Ашето Роман. Что угрожает этим землям? Наш правый нижний угол. Поторопись. Исследовать наконец. Слабое зелье восполнения. Мы впустую тратим время. Ну что? Анудора. Да, правильно сделал, что лес... Веспов да заказал. Лес катастрофически не хватает.
здесь было что-то еще. Причал, враги. Потом. Потом. За Калимдор. Я слышу, что-то не так. Выходим из лимита. Леса впритык. Просто тютелька в тютельку. Еще до заказа у виспов. Бинкс переподписан 25 месяцев. Бинкс. Спасибо. Аштера за переподписан 25 месяцев. 25. Так, вызываем еще досову. Ну дальше делаем 100 лимита просто. Ну не совсем просто, но 100 лимита. Как мне нанести удар? С катапультами есть проблема, потому что леса на следующий дозаказ у меня все-таки да нет. Будет так. Но может быть имеет смысл стеночку... Нет, давай, заказывай как поместится. На две катапульты хватило. Да медведи толпиться будут. Беру сейчас с собой виспов. Богиня зовет. Сейчас надо принять еще один выход, а вот он выход и есть. Дура. Я един с природой. Что угрожает этим землям? И сюда. Я един с природой. Как же медведи летают, ё-моё. Такое количество циклонов. А ну, дура. Уже в пути. Неужели сон? Поехали. Мои чувства. Ой, не то сделал. Капец. Тут же я хотел прожать Старфол, получил... Ладно, поехали. Какое-то время мы тут постоим. Ё-моё. Ага, и тут Элидан. Со своими. Нет, тут не отбиться никак. Ладно, едем дальше. Тем более, что тут вроде бы пробили. Это очень хорошо. Наша священная роща отвернена. И Дима под ультой раздает. Но в это время мы у него на базе. Очень бодро. Очень. Просто идем все и сносим. Он решил... А, видите, он даже на мейн не идет. Он просто эту базу убивает. То есть, если совсем сейфово играть, то сначала нужно с одной базы штурмануть базу Нак, а потом идти добивать Диму. Ой. Ой-ой-ой. А где мы... А где? Я. А вот и Дима. Девушки-матрешки. А можете телепортироваться? Как же там Улидаша нарезает, а? Как он нарезает? Ультимейт очень помогает, Варькин. Да хорош, что тут на баллист лезет. Господи, три эльфийских героя пытаются Элидана остановить. Куда там? Аштера Паладор. А ну, дура.
Здесь в бочках что-нибудь будет нормально. Отступаем! Книга ловко стекает. Что угрожает этим? Я слышу голос его. Мы впустую тратим время. Что смеет угрожать нашим? Я бы вышел отсюда, если честно. Сейчас Фурыча убивают. Шемида! Причем у меня минус база, между прочим, ну, наверху. Недостаточно зол. Извините, не сдержался. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Мы впустую тратим время. Я слышу голосы Луны. Куда ты бежишь? Кто смеет угрожать нашим ну, лесам? Половину базы мы снесли, это хорошо. Богиня зовет. Мишка, игра не сильно громко, тебя даже не слышно, орет все. Нормально все. Спасибо. А ну, дура. Не беспокойтесь. Я слышу голосы Луны. Восстанавливаем ману, вызываем ульту. Кто смеет угрожать нашим можно, лесам? Кстати, ее даже послать было вперед. Я слышу голосы Луны. Конечно. Кто смеет угрожать нашим лесам? Все нормально. Я слышу голосы Луны. Ставить или не ставить базу — большой вопрос. Кто смеет угрожать да, нашим лесам? Да ё-моё, вы откуда пришли вообще? Хотя сейчас можно. Просто атаковать теперь будем сверху. Богиня зовет. Эту базу. Ну там, я где, собственно, и летают Луны. Они. Немедленно. Недостаточно. Мы впустую тратим время. За стражей! Дрядки — это не юнит против тех же самых катлей. Кто смеет угрожать нашим? Вот реально масс арчей сейчас сделаем. Три грейда на атаку. Я слышу голосы Луны. Да, давай арчей. Арчей баллисты — очень кто смеет угрожать идиотское нашим сочетание, лесам? Но тем не менее. Я слышу голосы Луны. Я кто един смеет угрожать с природой. Все, я тут пока потусю. Самое главное — производство нейтрализовали. И вот этих вот атак со стороны Наг что-то не так. Уже не будет. По я сути, готов. Просто... Исследование завершено. А ну, дура. Мы исследование завершено. Готовимся к новой атаке. Ладно. За Калимдор. Кажется, здесь... Я ну, там точно что-то есть, но я не помню, ценное, не ценное. Кажется, там ничего ценного нет. Как-то не странно. Я готова. Побежали арчи с меткостью, с тремя грейдами на атаку. Потом будет рык я и третья аура. Укажи Патмы. Мне хорошо. И урон у арчи мне будет под 45. Что касается леса. По-прежнему виспы есть с небольшим запасом. Катапульт, правда, мало. Пора продолжить охоту. Я слетаю в Орденк и проверю, финал. Что здесь. Я готова. Жду приказа. Здание готово. Ну ок. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Пью. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Сюда можно приплыть на лодке. Да? Или нет? Нет, видимо. Пора продолжить охоту. Ящики есть. Светок регенерации. Слабое зелье в исполнении. Самое время. Ну, так себе. Близится финал. Самое время. Я слышу голос Луны. На всякий случай проверим прям все здесь. И вот это место тоже. Приказ поняла. Не проблема. Добыча со второго рудника сейчас пойдет. Мы впустую тратим время. Здание ящики готово. Написал слово я ПОК. Уже заждалась. Привет, Moment the Game. Хотя бы поздоровались. Пора продолжить охоту. Здесь ничего. Сова пролетает. Пролетает, пролетает и... А-а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 -
тут можно было вообще пробежать коротким путем, не через андедовскую базу. Ну, в смысле, не через наговскую базу. Класс. Вызов, пробег, вызов. Класс. Аж это Роман. Опа. У нас тут проблемы. Разведка вначале неразведанной... Я слышу голос Луны. Секретка, точнее, вначале бы неразведанной области. Давайте сюда слетаем. Аштера Паладор. Господи, они даже Арче унижают. Укажи мне. Жду приказа. Закалимдор. Да будет так. Богиня за это. Посмотрим, что здесь. Правосудие свершится. Слева, видимо. Мы впустую тратим время. Не, не с этой стороны, видимо. Наши воины вступили. Ой, Лидан. Так, давайте-ка сразу выходим из лимита. Мастера Паладор. Покажи мне путь. Она дури не дала. Да будет так. Ладно, не будем. Да не хочу. Там, скорее всего, и артефактов-то толком не будет. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Да будет так. Ну, хочется. Вот здесь это еще может быть. Пора продолжить охоту. Там похоже, что конец карты. Кто смеет угрожать? Стрите собой просто, стрите собой. Стыдно пропускать какие-то места. За Калимдор. Просто стыдно. Жду приказа. Потому что, ну, ты в любой момент можешь спокойно... У нас мало времени. Разведать все. Она летает быстро. Рейндж у нее конский. Это самая лучшая разведка в игре. Она неуязвимая. Разве что. А, вот еще. Тут монетки пропустили. И свиток исцеления. И свиток маны. Довольно много тут бабла. В общем, даже не секретка. Это просто я сюда не зашел. А, вот. Плюс 2 ко всему, венец благородства. Вот что. Поторопись. Это уже по цене. 6 статов. Я завершу начатое. Варьку не выпускают. Наш рудник почти я завершу начатое. Я слышу голос Луны. Я это закажу еще. Аж это Роман. Мы впустую тратим время. Что слоты не занимают? Правосудие свершится. Я уже заждалась. Близится финал. Надо было только третий блинк брать. Как я так прошел-то криво? Здесь вроде был. Я уже заждалась. Собираем монетки. По 250. Самое время. И запрыгиваем к книгам. Близится финал. Венец благородства. Брать не буду. Он плохенький. Самое время. Вот 50 жизней, 2 инты, 2 ловкости, то есть там армор, урон, это да. А, там засада была. Я завершу начатое. Хитро придумано, хитро. Близится финал. Поторопись. Я убью, потому что вдруг из него выпадает что-то ценное. Близится финал. Пора продолжить охоту. Во имя правосудия. Правосудие свершится. Жалко, сегодня в фашек не поиграем. Увы. Виновные времени мало. Я, к сожалению, я сегодня уже заждалась. Очень поздно освободился. Я готова. Приказ поняла. Мы трансляцию перенес на час. Время. Пора продолжить охоту. Виновные будут наказаны. Сейчас уверен, самое что в одну время. Атаку мы с вами я слышу голос его. Пробьем. Или Дана. Вверх лимит конский. Твой ход. Жду приказа. У нас мало времени. Во-вторых, частично тех людей, которые на базе были, ну не спаун, а которые просто там находятся, мы убили, когда... Ну, не всех, конечно. Тем не менее. А чего не поиграем? Каблук, спрашивает Блай. Да поздно уже, завтра вставать.
О, тут катли. Ладно, поехали. Как же они кричат. Ладно, поехали. Опять хп пропали. Просто хп бары пропали и все. У вас был такой баг? Или это опять какие-то мои? Просто вот нет их. Сейчас нет. И сейчас нет. А я, кстати, не изи тут пробиваю. Мне нужна еще одна транквила. По-хорошему. Проходим. У Близов, говорит, не бывает багов. Ага. Во, сейчас появились. Я не понимаю. Что это? Как это? Почему это так? Ничтожное создание. Я не хочу, чтобы Полидан вылезала свой из своего алтаря. Добиваем. Это, кажется, последнее производящее справа. Да и, в принципе, последнее здание. Как ты смеешь? Как ты смеешь? Ну, вообще, миссия непростая. Во-первых, вы можете не пробить базу. По-хорошему, нужно через лес объединяться и штурмовать вместе. А во-вторых, атаки Шандо, эти постоянные. Для меня было большой честью сражаться вместе с тобой. Битва еще не закончена, Маев. Илидана рано сбрасывать со счетов. И к тому же я нигде не вижу Тиранды. Да, она с самоволку пошла. Выходи, Илидан. Все кончено. Нет, моя дорогая жрица, все только начинается. Жаль, что ты не можешь увидеть все моими глазами, но теперь ты узнаешь, на что я способен, а вместе с тобой и весь мир. Ашкарат! Брат, а ты что здесь делаешь? Я пришел остановить тебя, Илидан. Нужно было не изгонять тебя, а вернуть в клетку, пока у меня еще был шанс. Я проявил слабость. Но больше это не повторится. Я поклялся в верности новому господину, брат. Брат. Меня ждут великие дела. Брат. Очень жаль, но я не могу позволить тебе встать у меня на пути. Ну вы поняли. Старфол пошел. Ультуем на 5 юнитов. Не волнуйся, любовь моя. Мы найдем Илидана, куда бы он ни сбежал. А ты тиран. Мы найдем его. Да, поехали дальше. Уравнивание шансов. Этот баг из-за грозы, вроде он в оригинале был в этих миссиях, понятно. Глава 6. Осколки Альянса. 3 дня спустя, высадившись на западном побережье Лордерона, ночные эльфы осторожно вошли в тенистые чащобы Серебряного Бора. Бора. Наши войска скоро будут готовы. А, помню. Но мы почти ничего не знаем о том странном крае, куда отправился Илидан. Много артефактов хороших. Этот край носит имя Лордерон. Там живут народы, верные Альянсу.
тому самому альянсу, что помог нам в битве на горе Хиджал. Мне говорили, что их королевство и людей, и эльфов разорила армия плети, нежить. Эти леса жестоко пострадали. Мне придется на время оставить вас. Я войду под тень деревьев и попробую поговорить с землей. А мы тем временем попытаемся найти следы Иллидана. Надеюсь, что вы займетесь только этим. Выяснять отношения вы сможете после того, как мы найдем моего брата. Столько шуток я вынужден пропустить. Разумеется, Шандо. Отправляемся немедленно. Сила земли от Фариона. Ну, он вообще отлично съехал. Просто мне надо поговорить здесь с землей. Здесь был лагерь Альянса. Похоже, на него напали совсем недавно. Чужеземцы, милорд. Вроде бы они не из нежити, но кто знает. Ишнуала, ночные эльфы. Я принц Кельтас. Должен признать, я не ожидал увидеть вас в этих землях. Впрочем, что бы ни привело вас сюда, в этом проклятом краю вы найдете только смерть и тьму. Актер тот же самый, только постаревший на 20 лет. Я Маев Песнь Теней, а это Тиранда Шелест Ветра. Голос чуть пониже мы стал. Мы охотимся на могучего демона, который недавно прибыл в эти земли. И ложные связки так по любому Любопытно. Поводу у него. Я ничего не знаю. Слушайте. О демоне, но что-то растревожило нежить в руинах Даларана. Мертвецы нападают на нас и днем, и ночью. Мы как раз собирались оставить этот лагерь и отправиться на поиски убежища на другом берегу реки Эревас. Что ж, юный принц, тогда мы готовы помочь тебе. Ну, раз принц, Подожди. То можно. У нас на это нет времени. Быть может, когда твои солдаты окажутся в безопасности, вы поможете нам в охоте на демона. Почту за честь, миледи. Что-то они как-то сразу размякли при виде принца. Они что, не знают, что он... Я завершу начатое. Хорошо. На чем мы остановились? Разведка Тиранды недоступна. Здесь очень много нычек. Брата 5 минут нет, так сразу пали... Да-да-да-да-да-да-да. Сразу такая хо-хо-хо, ха-ха-ха. Самое время. Принц, принц. Я уже заждалась. Мы тебе поможем. Виновные будут наказаны. Размякли такое озвучки. Защищайте караван! Не бойся, Кельтас. Наши горные великаны быстро расправятся с этими убогими тварями. Их каменные шкуры практически неуязвимы для вражеских атак. Это правда. Это вот правильная вводочка, ну, вводочка, как я хотел сказать. Информация Литеранда, мы напрасно появляется. Тратим время. Да, нам подожди. Нужно искать Иллидана. Ну подожди. Маев, им нужна наша помощь. Их собратья помогли нам в войне с Легионом. И мы должны вернуть этот долг. Должен! Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что... Самое время. Что-то определенное хотел сказать. Что отлично рассказывали о новом юните. Вот появляется новый юнит. И тебе говорят, вот, пожалуйста... Там, сопротивляемость физическому урону минус 12 до минимума 3. И ты такой считаешь, там гуляют, сколько там, 13-15 или сколько? Да, 13-16, но это с грейдом на атаку. Вот. Понимаешь, что там от урона ничего не остается вообще. Как-то так. Ой, ну конечно, сейчас начнет принц сжечь. Будут наказаны. Пойдут флеймстрайки под нашу армию. Под всю. Подо всю. Самое время. Лагерь наемников. Мы можем завербовать кого-нибудь из них. Денег но нет. Для этого придется найти золото, которое я припрятал неподалеку. Ну, такой вот он. Ты спрятал свое золото? Миледи, мы проигрываем войну. С каждым днем нежить все теснее смыкает кольцо вокруг нас. Приходится хранить припасы так, чтобы они были надежно спрятаны,
но при этом всегда оставались под рукой. Здесь в глуши есть несколько наших тайников. Значит, мы найдем их. А мне кажется, она интересовалась исключительно из меркантильных соображений. Принц, да еще и с золотом. Виновные будут наказаны. Пол царства в придачу. Самое время. Не то что козел. Спал. Я завершу начатое. Пошел с землей, поговорил. Я уже заждалась. Так, у нас впереди дредлорд. Виновные будут наказаны. То есть сразу близится сон нас отправляет. Я рычу. Два раза для верности. Виновные будут наказаны. Что-то принц даже не помогает нам. Ну, зашел бы сюда. И безопаснее было бы ему самому. И помог бы, в конце концов. Виновные будут наказаны. Нет, стоит. Богиня зовет. Нежить вернулась. Понятненько. Защищайте караван. Я завершу начатое. Ему самому богиня нужна помощь. Близится финал. Конечно, ты не мог флейнстрайк чуть пораньше кинуть, а? Я уже заждалась. Близится финал. Нет! Минус фут. Самое время. Не самый сообразительный принц. Близится финал. Может, это ему по-большому приспичило, это отмазка земли поговорит. Может, это своеобразный разговор, не знаю. Может, это фигура речи эльфийская. Сейчас. Потому что ничего, по сути, не изменится. Вот он ушел с землей говорить, елки как были такими, так и остались. Может, там что-то дополнит? Такова воля. Вот где Кильтас спрятал свое золото. Забираем его и идем дальше. Забрали, идем. Близится финал. So final countdown. Самое время. Там, мне кажется, я тут мог оставить. Виновные тайников будут наказаны. Так, что берем? Метатель топоров, огр и, ну да. Наточил я свой топор. Хочешь топор? Сначала людей с лечением, а потом рейнджевиков. Виновные будут наказаны. Чего надо? Огры вперед будут лезть, у меня близится и так танков финал. Много. Защищайте караван любой ценой. Опять 25. О, сейчас получше, кстати. Он, по крайней мере, манадрейн делает и себе ману восполняет. Я завершу, значит. Это он молодец. Близится финал. Самое время. Виновные будут наказаны. Гольки выскакивают из скалы. Нежить вернулась. Защищайте караван. Я не думаю, что стоит тратить ману в такой ситуации. О, хороший, на удивление, флеймстрайк. Да, он задел, но МГ, по которой сопротивляемость, он сам по себе очень плотный. Я завершу. Во, вообще почти идеальный флеймстрайк. Оу, полегче. Давай культанем лучше. Сейчас минус кастер будет. Защищайте караван любой ценой. И минус фут. Я завершу. Майф наконец-то получает уровень и третий блинк. Самое время. Так, давай сюда заглянем. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Так, ящики. Помню, здесь можно будет в лес заходить и запрыгивать, и бегать там. А караван напали. А, опять. Самое время. Виновные будут наказаны. Так, зелье манны. Финал. Даже пропью его сразу. Виновные под меня оно особо наказаны. Не нужно. Я уже заждалась. Оп. Или как я умею. Завершу начатое. Виновные будут наказаны. Да, вопрос зачем, но просто могу. Близится финал.
Я завершу начатое. Так вот. Ашито Роман. Остановимся здесь и пополним припасы. Во. К сожалению, что-то у меня вырубленное. Осталось мало солдат. Армия Плети изрядно потрепала нас за последние месяцы. Кельтас, а как же ваши собратья, высшие эльфы? Неужели они не сражаются с нежитью? Плеть уничтожила нашу родину, Кельталас. И мой народ почти исчез с лица земли. Те немногие, что остались в живых, теперь называют себя эльфами крови. В память о тех, кто пал в той войне. Кельтас, я скорблю о павших вместе с тобой. Но ты не должен позволить ярости и отчаянию завладеть твоим сердцем. Возможно, тебе суждено привести свой народ к новому, светлому будущему. Нежить вернулась! Защищайте караван! Как назло, только отошел и сразу... Такова воля богини. Во имя правосудия! Я уже зашла. Еще минус один, футмен. Увы. Но в целом, главное, чтобы караван жил, правильно ведь? Самое время. Виновные будут наказаны. Поэтому нормально все. Терн ТМФ крайне жесткие девчонки, всегда токсичные, а с Келем так по-доброму. Близится финал. Виновные будут наказаны. Еще один лагерь наемников. Там есть аура командирская полезная. По сути, нужно кобальда на отсмотрщика взять. Я завершу начатое. А, слушайте, у меня же Старфол есть. Давай лизнем. Ой, красиво. Ой, красиво. Не следил за медведем. Караван напали. Караван страдает немножечко. Я слышу голос его. Повозочкам того. Самое время. Богиня зовет. Берем еще один тайник. Кто смеет убежать? Еще один тайник Альянса. Берем золото и уходим. Свиток оживления мертвых. Но своих я не терял особо. Здесь трупов, даже если убивали, вряд ли остались они, потому что там некросы вызывали скелетов. Берем кобальда с командирской и с башем. И пару убийц берем. Потому что таура работает. И... О, финды. Тоже хорошо бы привлекать внимание таунтов. Слышу голос его. Близится финал. Поехали. Самое время. Так, тут я вижу, начатое. Во-первых, самое ящики время. Раз. Сфера огня. Можно передать. Я завершу начатое. Сферку Терент. Тем более. Нашим лесам? Хотя зря не использую стрелу, там плюс 30 урона. Но они стакаться не будут. Но сфера мне, по крайней мере, даст дополнительный урон. Самое время. Но здесь я был. Я уже заждалась. На караван напали. Самое время. А, не могу, да? Ну, я хорошо. Уже заждалась. О! Чё-си, виновные как? Будут наказаны. Как далеко. Может быть, здесь я что-то оставил? Я завершу начатое. Кажется, нет. Я уже заждалась. Хорош, привет. Близится. Ура, как раз мелко финал. Уложил, говорит, рестар. А тут стримчик неожиданно приятно. Спасибо, Миш. Даешь расслабиться маленько. Да, держись. Я уже заждалась. Держись. Виновные будут наказаны. Да, мы скоро уже заканчиваем. Вот, но... Богиня зовет.
Не, вообще здесь так, с таким составом. Защищайте караван любой ценой. Грех кого-то терять. Я уже заждалась. Кресто сюда можно запрыгнуть? Кто смеет угрожать? В любом случае, мне нечем подсвечивать. Самое время. И в этот раз я, скорее всего, пойду через андедовскую базу. Тут будет разветвление совсем скоро. И выбор идти по короткому маршруту и опасному, или длинному, но... Я завершу начатое. Не то чтобы безопасному, но менее опасному. Виновные будут наказаны. По миникарте, как будто вот здесь вот. Сюда мне нужно. Я уже заждалась. Там скала. Близится финал. Да, сейчас миссию пройдем, я думаю, один из немногих минут оставшихся аванпостов на этом берегу. Мы отдохнем здесь и соберем подкрепление. Так, налево пойдешь. Мы на распутье. Угу. До нашей цели можно добраться короткой дорогой, но она проходит слишком близко от крепости Нежити. Вызов принят. Второй путь безопаснее. Но мы потратим больше времени на то, чтобы добраться и до реки. И там, кажется, артефакты будут. Обе дороги небезопасны. В любом случае, не стоит медлить с выбором. Я выберу опасный путь направо, потому что в прошлый раз... Я завершу начатое. Как-то не прискорбно, я ходил налево. Виновные будут наказаны. Вот это... Я завершу начатое. Лучше не повторять. Нежить поэтому... вернулась. А где шары караван. У Келя в катсценах? А где вообще у Келя шары? Я завершу начатое. Я уже заждалась. Нет, вот. То есть они у него есть, пока он виновные бегает. Будут наказаны. А когда начинает атаковать, близится все... Финал. Шаров нет. Я завершу начатое. Самое время. А караван напали. Я завершу мне начатое. Кажется, у него в оригинале всегда была вот эта анимация этих шаров. Виновные нет? Будут наказаны. Близится финал. Хотя, опять же, у меня такая память, что я могу не помнить этого. Была, говорят? Виновные а, будут он их наказаны. Тратил по одному за выстрел. Самое время. Нифига себе, как продумано. Он стреляет шарами, виновные после трех выстрелов стоит наказаны. Один шар. Так, ну, мне кажется, они финал. Сразу пропадают у него сейчас. Виновные будут наказаны. Мы наблюдаем три шара у Келя. Я завершу и? Начатое. А, нет, все правильно. Я жить вернулась. Защищайте караван. Не, все продумано, ребят. Все продумано. Близится финал. Самое время. Тогда грамотно. Близится финал. Претензий виновный быть не должно быть никаких. Еще один тайник с золотом. Оно поможет нашему делу. Он шары швыряет, они по... Ой, медведя. Медведя все-таки потерял на большом. Нежить вернулась. Защищайте караван. Блин, это плохо. Причем я отводил специально, старался. До этого. Близится финал. Ладно. Кого мы здесь можем взять? Развеивания нет. Тяжелый удар, сильный удар. Кто это? Энтебаш. Плохо. Давай троллей возьмем. И прямиком через андедовскую базу. Я завершу начатое. Надо подготовиться. Взять дрыны в руки. Близится финал. Я слышу, вызвать я завершу начатое. Самое время. И МГ пошли одни. Я завершу начатое. В отдельную группу даже их. Виновные будут наказаны. Это та самая крепость, о которой я говорил. Если мы хотим провести здесь караван, ее нужно уничтожить. Да будет так. Есть ли безопасная возможность прожать Старфол? Мне очень личевка не нравится. Я уже заждалась.
Маны вагон. Нежить вернулась. Защищайте караван. Ну где Слип там? Слип пошел. Ладно, они там сзади вроде справятся должны. И ослепился батному гад. Минус медведь. Правда, минус два героя. Кель справляется. На караван напали. Ай. Да, надо было сначала дредлорда штампануть, а потом уже. Потом уже прожимать Старфолланд. Столько урону бы здесь нанес. И по калейтам, и по зданиям, и по оставшимся врагам. Трех хентов можно было вызвать. Все нормально. Но все равно запас довольно хороший. По армии. Что не сложно. Можно еще после штурма базы отправиться по длинному пути собрать артефакт. Но и делать этого я, конечно, не буду. Нежить вернулась. Защищайте караван. Ох, а тут много. Варя заряжена. Я уже заждалась. А, друзья, да пройдем эту миссию. И на сегодня все. Завтра и послезавтра у меня вечером гораздо больше ориентировочно свободного времени. Так что начнем с вами, скорее всего, пораньше ориентировочно в часов 6-7. Ну и понятное дело, что компания будет... не только компания будет. Виновные будут наказаны. Но и шифашечка. Близится финал. Добиваем базу. Свиток можно было использовать. Воскрешение мертвых. Я уже заждалась. Ладно, уже поздно. Я завершу начатое. Скучаю по 7-часовым стримам. Виновные будут наказаны. Сейчас начало месяца. Я уже заждалась. Много задач еще левых прилетает. Близится поэтому... финал. Я уже заждалась. Только надеюсь, что виновные не зря будут там... наказаны. Ну ладно. МКЛ я в пятницу завершу начатое. По сайту стрим. Близится финал. Я уже заждалась. Самое время. По сути, мы добираемся до этого моста и все. Близится хаос финал. Происходит, вся ору друг на дорогу все накидывается, полный хаос. Виновные да, будут тут все остальные привыкли уже к тому, что Warcraft отвечает на все твои действия, а если ты тыкаешь, ну так, хотя бы средненько, то... Я уже заждалась. Так, смотрим. А, это деревня погребальных костров. Река Эривас находится прямо за ней. Кажется, что-то здесь не так. Угу. Возможно. Но мы должны двигаться дальше. Банда троллей слушает. Проклятие! Они поджидали нас! Защищайте караван любой ценой! Ай, жалко, маны нет. Мертвецам нет числа. Нежить продолжает наступать. А вот и Старфолл появился. Красиво. Все разваливается. И ни у кого здесь нет заклинания, чтобы перебить Старфолл. Поэтому изи. Виновные будут наказаны. Боги не зовут. Оживляем мертвых. Чисто психологическая атака. Чего надо?
Легко. Мы отбили атаку, но к нам идет вторая волна. Экспа. Мы не можем больше ждать. Еще одна атака, и мы потеряем караван. Кильтас, пусть караван переправляется через реку. Я останусь и буду защищать мост. Я ценю твое благородство, жрица. Но даже тебе не сдержать эту орду. Элуна защитит меня и придаст мне сил. Только что ультовали и уже откатилось, смотрите. Она сдерживает их. Что? Ой, ну ё-моё. Нужно как... спасти Тиранду. Течение уносит ее прямиком по владению нежити. Нет, Кельтас. Тиранда знала, чем рискует. У нас есть более важная цель, а времени осталось очень мало. Твои солдаты в безопасности. Пришло время исполнить обещанное и помочь мне в охоте на демона. 40 часов переработанных катсцен. Насколько я помню, в оригинале было видно, что мост типа рушится, и она падает вниз. А тут как бы она кастует, потом кадр переключается, мост разрушен, и арба такая на дне, эта огненная, крутится. Что? Ты просто моргнул, говорит ты. Ах. Блин. Обидно, понимаете, обидно. Обидно, что они выпустили недоделанную игру. Недоделанную. И компания это самое доделанное, что выпустили. И тут есть огрехи. Так интригу же хранят, кто знает, где Тиранда. Так это понятно, но она же падала. Ну, тут мы не увидели, что мост разрушился. Вот в этом претензия. Так-то ясно, что она там уплыла, не уплыла, умерла, не умерла. Интрига, это мы узнаем в следующей части, все дела. Еще там Майв будет рассказывать, что ну точно умерла, прям точно. Но я не видела. Потом скажет. Вот, короче, завтра трансляция, повторюсь, начнется чуть раньше, часов 6-7, приходите. Поиграем в компанию, поиграем в FFA, потому что сегодня уже 00:00. И хочется спать. Вот, спокойной ночи вам. И до завтра. А, стоп, нет. Завтра же вечером у нас будет первый турнир по варику. Cheese Cup в формате Бо 1 и одна карта. Посмотрите на главной странице или в разделе турниры. Мистер Лайт судит, организует. Призовой есть. Вот мы его освещать будем. Что я несу? Вот, не знаю, компания будет до или после, FFA будет до или после, но ключевое завтра, конечно же, это турнир. Они будут по средам. По средам. И очень аркадный. Back to Warcraft тоже будут кастить. Еще другие кастеры вроде как потянутся. Так что турнир завтра посмотрим. Я не могу, я уже засыпаю. Спокойной ночи, пока.